Всем-всем-всем-всем-всем привет, ребятулечки. Рассказываем, как делишки, ставим лайкосики, соответственно. И кто смотрит записи, так же самое, ребят, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, канал. Там оповещения приходят о трансляциях. Если какие-то вопросики, то пишите, не стесняйтесь, я вам помогу. Биос, привет, рассказывай. У нас, кстати, розыгрыш. Все, ну, можно уже розыгрыш. Там в группе ВКонтакте есть анонс розыгрыша. Смотрел Биос, не? Слышно вообще, как картинка, как слышно, видно, нет? В группе ВКонтакте. Ты не подписан на группу ВКонтакте? Там же есть пост в группе ВКонтакте, то, что вот мышка разыгрываться будет мышка, кулера, соответственно. И там Wi-Fi адаптер будет разыгрываться. Завтра будет розыгрыш, в принципе, можно уже закидывать бабки. Сегодня не знаю, что у нас по правилам. Сегодня чуть попозже вышел. Ну, не попозже, получается, хотел пораньше. Куча дел было, куча непонятных вопросов от непонятных людей, как бы. Мышка не надо, а поддержать канал нужно или не нужно? А поддержка канала нужна, как ты думаешь, что я? Проверьте, работает, ссылки на донат не работают. Так, по сборочке у нас, в принципе, вкратце сегодня 12400, NV7000, базука, патрики, обычные блокауты, 4, 3200, CL16, 3060 отпалит на 12 гигабайт. И блок питания ПК-шка 850, и корпус симпатичный, 3 лобайт, Т5, новенькая модель. Я хотел давным-давно взять его что-то. Ну, не давным-давно, недельки назад хотел взять. И что-то только руки дошли до его сборки, получается. Поэтому раскачиваемся, раскачиваемся, ребят. Понемножечку раскачиваемся. И, соответственно, как по звуку, по картинке, пишите, кричите. Сейчас пойду еще это мусорное ведро принесу. Поэтому таки как-то камера, мне кажется, что-то у меня стало пошире, либо я высоко поднял слишком. Когда большой компьютер собирал, сейчас слишком высоко получается. Даже руку не дотягиваюсь, вот так вот. Даже ручками своими жирными не дотягиваюсь. Только один затылок мой видно, лысину мою. Я самый счастливый человек на земле. Я вчера кинулся в онлайн-трейде купить 3 лобайта, 3500, они все закончились. Какой? Вот такой, как у меня? Ну, там же 3 лобайта разные версии есть. Это Т5. Ну, оперативку можно подразогнать, только, ну, рекордов ты супер не поставишь. А подразогнать можно, смотря какую оперативку еще. Смотря какую оперативку и смотря сколько ты хочешь подразогнать. Ножика нету, да? Потом, ребят, ставим лайкосик, давайте. 10 человек смотрит, давайте, 10 лайков прожмите, пожалуйста. Это стрим, стрим, это канал начинает скатываться. Что-то этот, позавчера 170 лайков набрали, вчера 130 лайков. Сегодня, дай бог, блин, 80 лайков наберем. Ну, нужно смотреть, смотря какие чипы там, дружище, по памяти. Нужно смотреть. Напиши в группу ВКонтакте, у нас группа ВКонтакте, есть ссылка в описании есть на нее. Напиши рацион слово, и тебе человечек подскажет, расскажет, что делать, что почем хоккей с мячом. Понятное дело, с рационом будет более стабильнее работать, лучше будет все грузиться. Тут он затянулась жестко ножичка. Что за бомба? Это я. Меня зовут Иван.
Смысл есть, если тебе нужно 10-15% производительности. Смысл, конечно, есть, дружище. Что скажешь насчет А610, 8 плюс 8 и на 400? Ну, скажи, что мало А610. Мало. Я, конечно, грешил. Я один раз ставил. Как бы... Для игрушек в пределе. Ну, надо чуть помощнее, что-то ВРМ. Чуть помощнее, как бы. Хотя ВРМ это тоже маркетинг, ребят. Сами понимаете. Но я бы немножко поинтереснее, как бы. Спасибо большое за поздравления, ребят. У нас, кстати, розыгрыш уже анонсирован. Можете, в принципе, бабки закидывать. 150 рублей один билетик стоит, как бы. Кому повезет, тот оказывается счастливчиком. И все будет хорошо. И у вас, и у меня будет все хорошо. Мне не нравится, что оно здесь как бы не этот. Немножечко надо его сдвигать. Розыгрыш, будет мышка. Вот такую мышку будем разыгрывать. Ну там в описании, короче, в этом. В группе ВКонтакте есть. Такую мышку будем разыгрывать. Потом второе место этот. Кулера там такие. По 400 рублей. Две штучки. И вот такой третий очистительный приз. Это этот будет. Как его называют? Wi-Fi типа адаптер такой. Джесс, привет. Решаня, привет. Джесс, если ты хотел там что-то скинуть интересное, то смайлики мне не отображаются. Давай по-русскому пиши. Если ты скинул привет, то пиши привет. И все. И без этих твоих. Давай. Тебя тоже не отображается, и ты думаешь, что у меня отображается, да? Ну, понятно, короче. Проверяешь меня, да? Опять проверка пошла от GS, да? Как по свету вам, ребят? Свет, светло, темно. Так, натачок у нас тут, короче, кубик надо убирать, ребят, обязательно. Потому что натачок у нас толстый. Сам по себе. Кубик надо убирать. Проверочка. Давай, 150 рублей закидываю мышку, выиграешь, GS. Приедешь, тебе подарю на Новый год. Вот кубик. Вот кубик тебе, Джесс. Не, давай вот так вот. Джесс, вот Джесс, тебе кубик. Короче, вот, кубик такой получается. Он под радиатором здесь находится. Его, соответственно, нужно снимать, потому что у нас ОНВ... Короче, будет выгибаться. Будет... Выгибаться будет, короче. Только на толстых радиаторах надо смотреть. Это типа, если ты под радик берешь подкладочки такие, либо вот НВ-7000, которые снизу есть пластины еще. Евгений, привет. Можешь сталкиваться с таким? Боковые кнопки мышки функциями местами поменялись, хотя в КМП-плеере все норм. Ну, это программка нужна, короче. Через программу, там утилита есть специальная, меняется местами. GS, короче, не хочет денег скидывать. Ну, я понял, короче. Все понятно, короче. Все понятно, не допросишься ни от кого. Ребят, 30 человек в трансляции, прожмите лайкосики. Давайте, 20 лайкосиков хотя бы. Прожимаем лайкосики, ребят, очень помогает продвижению канала. У нас уже 4000 подписочников. 4000 подписочников прикольных. И я GS, то тогда, когда он приедет ко мне, крышку отдам. Крышку отдам от этого. От сокета, получается, материнской платы. Бесплатно. Ну, средняя версия. Не супер крутая, как бы. КО, хорошая версия. Ну, средняя. Не супер крутая. Второй подписался вчера, я тут смотрю, каждый день сборки мутятся. Ну, не каждый день. Не, это не привлечу. Мне аглоеды не нужны. Денег скинешь, тогда приезжай. Зачем мне нужен GS?
с тебя взять, скажи мне? Взять нечего взять. Слышал песню? Взять нечего взять. Слышал? Что она получает? 1250 кулер стоит. И блок питания стоит. А корпус стоит, ребят, чтобы не спрашивали, корпус 3250 стоит. Да как хочешь, космос делай, как хочешь. Я повышаю, но там этот, ну это, грубо говоря, для показухи я повышаю. Водоносом. Пожимаем, ребят, лайкосики, помогаем продвижению канала, соответственно, продвижению трансляции, и будем понемножечку с вами собирать уже сборочку. GS понял, что за кубик? Не понял? Кубик увидел? Он здесь должен быть под этим. Если не понял, ничего, ну ладно. Короче, если у тебя 980 Pro, тонкий SSD, то его кубик снимать не нужно. Он как раз ложится на этот кубик и упирается, грубо говоря. Он диэлектрический сам по себе. Где он находится? Где я его уже положил? Такое, грубо говоря, как резинка такая, понял? Это резиночка, просто резиночка. Ахиллес, сын Пелея. Так, с телеграмма выхожу. Такая, как резиночка. Он под SSD там должен, ну, этот. Закрыть телеграмм, все. Он, грубо говоря, резиновый, типа. Чтобы у тебя там тоненький какой-то SSD, типа вот 980-й прошки. Вот мы ставили вчера, посмотри. Да, держит его, чтобы он вниз не прогибался. Ну, чтобы прижим был к пластинке, грубо говоря, понял? Так вот и SSD получается. Но у нас NV7000, у нас снизу еще пластинка есть такая, понял? Толстая. И ты когда нажимаешь, он придавливается. И нам этот не нужен, когда толстый у нас SSD. Это как резиновая штучка такая маленькая. Ну да, резиновый такой. Похоже на резину что-то такое. Знаешь, может какой-то там, ну короче, этот. Что-то типа резиновое, понял? У человека он замкнул, короче, когда этот. Вот блин, короче. Я не знаю, это очень долго тебе объяснять, дружище. Короче, смотри. Он стоял вот так вот, соответственно, понял? Вот, грубо говоря, вот он там внизу там стоял. Он, получается, давил, вот SSD давил на него и вот так выгибался, понял? А эта штука снизу давила на него. И он, получается, был дугой. Из-за этого он замкнул у него. Понял? Просто он дугой был, короче. Вот так вот он, грубо говоря, был дугой. Понял? Вот тугодум, JS. Тугодум. 20 минут времени. Давай 150 рублей скидывай. Мышку выиграешь. Давай, бабки там. Проверьте, ссылка в описании работает, ребят. Ссылка в описании работает, проверьте. Или не работает. И завтра у нас будет розыгрыш. Алексей Степанов, привет. Зелимхан, привет. А ты знаешь, для этого... Все, Гриша, давай. Гришаня, при всем уважении, я просто уже у меня таких вот, как ты, было просто, ну... Человек 10 было вот таких, которые спрашивают вопросы, а в итоге покупают потом NV1 в DNS. Вот это я уже просто... Это ж если бы ты один был такой первый человек, я тебе все это бы объяснил. А так это все циклично. В итоге... Поздравляю с 4К. Спасибо большое. А если у тебя брат комплектующий, обязательно ты должен собирать? Или можно самому? Можно самому. Смотря откуда ты. Может, мы тебе не отправим. Не нужно снимать. Если это который типа Samsung, который тонкий. Грубо говоря, тонкие снимать не нужно, толстые снимать нужно. Толстые это если пластина еще снизу есть. Не надо слов, не надо паники. Дружище, можешь собирать сам, можешь у меня собирать, без разницы.
И ты не через меня, грубо говоря, как бы не у меня покупаешь, а покупаешь в магазине через меня просто. Короче, тонкие мы кубик не убираем, толстый убираем. Кто скинул 100 рублей, 150 рублей, нужно, если ты участвуешь в розыгрыше, писать «участвую в розыгрыше». Потому что как я отследить смогу вот сейчас, как я смогу отследить, ребят? Если ты участвуешь в розыгрыше, 150 рублей, пиши, что я участвую в розыгрыше. Либо пока у тебя есть еще 5 минут, скинь мне скриншот в группу ВКонтакте со Сбербанка или откуда ты там что-то перевел. Это время 13:04, я запомню. Нужно ник свой хотя бы написать. Написать свой ник, например, Гриша, либо ник Гига, либо ник JS, типа. Что именно, я понимал, кто участвует. Если ты не участвуешь, спасибо тебе большое за поддержку, дружище. Дай обратную связь в чате. Если просто поддержал, ну, круто. Если нет, то нужно хотя бы какое-то сообщение написать. Типа, я JS. Опрос 13600, а как тебе там цена по акции? Может, 24 тысячи убрать? Ну, 24 дороговато, конечно. Смотря где покупать, как бы, еще. Если ты смотря в каком городе, типа, и в каком магазине. Я 13600 еще не ставил, честно. Скажу, ребят, еще не ставил. Ну, Алишка это... Алишка это Алишка. Не знаю, почем цена 13600, потому что я их еще не ставлю. Кто ты, воин? Ахиллес. Спасибо большое за подписку. Сын Пелея. Да зачем тебе нужно? Чем тебе нужно, Джесс? Ты какая-то, как маленький ребенок. Все хочешь попробовать. Подскажи видео по Ryzen 5 7700, но не по 5600X. Привет, подскажи видюху под Ryzen 7 5800X, ну или под R5 5600X. Спасибо тебе большое за поддержку. По 5600X я рекомендую тебе 3070, по 5800, по 5, короче. По 5800X я рекомендую тебе брать еще 3080 Ti какую-то. 3070 стоит от 39 тысяч рублей, а 3080 Ti от 78, наверное. В конкурсе. Кто до этого 150 рублей закинул, ребят? Как информацию узнать? Это просто поддержка или что? Или первое, это ты ошибся. Розыгрыш будет завтра вечером. Но сейчас я вижу, что ты первый раз кто закинул. Ну, скинь мне скриншот от этого. С банка своего скинь скриншот в группу ВКонтакте. Я тебе тогда два билетика выпишу. Что в 13:04, грубо говоря, ты перевел 150 рублей. А в 13:07 уже второй раз перевел. У тебя два билетика. У тебя уже получается шанс выиграть 100% на данный момент. Но розыгрыш завтра, смотри. Розыгрыш завтра вечером. Всем хай, с вами снова я. И они ожидали меня. Владимир Рванцев, вот поговори, вот Гига у нас есть, вот Гига, найдитесь ВКонтакте друг с другом, еще JS там в конфу добавьте, короче. За JS не нужно закидывать. JS сам пусть закидывает. Просто скинь мне скриншот, 150 рублей и все. JS не надо, JS это у нас отдельный человек. Ничего не понятно, скриншот нужен в этот. Так, короче, надо обезжирить этот.
Стримплера нужно обезжирить, ребят. Вот таким обезжиривателем обезжириваю стримплера. Стримплер жирный. Вот Владимир Урванцев и Гига. Гриша и Владимир. Найдитесь ВКонтакте. Спишитесь друг с другом и обсуждайте. Еще если JS у вас будет, это вообще там комбо будет. Добрый день. Вадим Шелковников. Тоже добрый день. Давай со мной полетаем чуть-чуть. Ну вы же хотите компьютер, вот вы вместе, у вас одинаковая, идеология у вас одинаковая. Хочу себе ком собрать за 426-436. Что это значит? Мне нужно доказательство. Мне нужно доказательство, что в 13.04 человек скинул денежку. Со Сбербанка скриншот сделать, либо откуда-то там, откуда-то сделает, и все, и нормально будет. Чуть-чуть. Ну вот ВКонтакте скинет мне, да ничего страшного нету. Это, в принципе, что там, 2 секунды дела. Ничего тебе никто не отдаст, JS. JS отдавать нельзя, ребят. Короче. Придумал. JS у билетик. Вот. И там и Гриша тоже билетик, да? Если человек напишет мне ВКонтакте, я отдаю JS. Вот я в 13.04, тогда да. А если вот так вот, типа, ты напросился, это некрасиво, дружище. Вот, Гришаня тоже хочет на халяву билетик. Гришань, 150 рублей закидывай, давай. И Вася Пупкин тоже. Так это, может, не он закинул JS, понимаешь? Первый за JS, да? Первый номер ты имеешь в виду? Сука. Вот это вот. Как и откуда ты там? Горловская тема. Дроп, там у нас розыгрыш будет, но там билетик 150 рублей, только от 150 рублей. Нельзя там типа по 10 рублей 15 раз скинуть. Сейчас проверим, короче, Алексей Юрьевич. Ну розыгрыш завтра, ребят. Завтра вечером. Гришаня, закидывай 150 рублей, будет у тебя билетик, выиграешь мышку. Такую сборку можешь у меня купить, и она будет на продаже. Так, Алексей Юрьевич скинул. Смотрим. А вообще, для кого такие сборки это заказывают? Ну, для подписчиков. Нет, у первого получается, если он тебе выиграет, может он тебе отдаст, а так нет. Джесса сейчас жопа взорвется. Не прогружает что-то чек. А, он у меня уже скачался. Все, прогрузилось. Базуки, все. В принципе, вот еще. А свои комплектухи можно? Конечно, можно все что угодно. Алексей Юрьевич, 13.03. Все отлично, пишу, 2 билетика. Торпеда есть. Есть только турбо.
Все, получается, два билетика уже купили, короче. Два билетика купили. Все, два билетика у Лёшки есть у нас. Розыгрыш завтра. Успокойся, Чес, не бывает чудес. Что ты как этот? У него шансы сейчас 100% выиграть, понимаешь? Но розыгрыш завтра. Уже по факту у него там этот. Собрались, ребят, мне не нужны такие. Как вот. Давайте лучше лайкосики прожимаем. Лайкосики прожимаем, ребят, хватит уже JS разводить, короче. Ты думаешь, что если ты с ником модератора, тебе все можно? Успокойся, дружище. Все у тебя так хорошо будет. Может, он еще и не выиграет, как бы. Если выиграет, то отправлю ему приз. Так, здравствуйте, заказал тебе память AliExpress, Netac 3200, Samsung. Ну, ты уверен, что она на Samsung? Она не на Samsung, а там. На Jedi, наверное, на Jedi. Евгений Шитко, привет. Ну, они деревянные. Netac не деревянные, 3200 деревянные. Короче, пока у нас только два билетика продано, ребятулечки. Да этот корпус давно появился, просто я его... Он у меня лежит дней 5 уже. Прикольный корпус. Ну, я еще не смотрел его, как бы. По внешнему виду прикольный. Передняя панель мне нравится. Читал. Ты троллишь там, пацанов? Ты еще тот тролли, так понял, да, Жека? Жесткий тип, короче. А как дело доходит до каких-то технических моментов, короче, все уже. Троллинг так вот аккуратненько сливается, да? Ничего страшного, научится. Подписывайся на канал и смотри видосики и узнаешь что-то новенькое. Может, ты мне что-то подскажешь, может, я тебе. Другой момент, когда ты, я троллю уже троллера, и он не выкупает. Вот это вот уже настоящий троллинг. Ты меня не застрелил, я знаю, что ты такой стека один. Не, наоборот, я перевыкупил, понимаешь? Я твой прикол купил и перепродал его еще, понимаешь? Что ты даже не понял прикола. Это типа левел ап уже, понимаешь? У меня такая же фирма Кура, только дырочки в нем просверливали под... Не понял. Ты имеешь в виду, у тебя не было этого крепления под 17.2.0? Вот левел ап, это уже второй левел, когда ты троллишь троллера, понимаешь? Вот это вот уже, это жесткий. Тогда уже, короче, троллер даже не выкупает, что ты прикалывался с него. Потом, когда ты ему объясняешь уже, что он тогда же выкупает. Типа на серьезных щах говоришь какие-то типа приколы. Ну, 12.0, я понял, предыдущий сокет. Я самый счастливый человек на Земле. Ребят, прожимаем лайкосики. 70 человек на трансляции, давайте. Прожмем хотя бы 30 лайков, ребят, вы что? Давайте, 70 человек, прожмите, пожалуйста, лайкосик, помогает продвижение канала. У нас 4000 подписчиков, ребят, можете поздравлять меня аккуратненько. На завтра будет розыгрыш вечером. Не, ну так, на стриме я могу пошутить, а в жизни я так особо не шучу, как бы. В жизни я такой серьезный парень. На стриме захожу там поприкалываться, там тоже. Ну, в меру.
без личности, без ничего, так, типа, прикольчики, типа. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, будто мне сейчас 13 лет. Базука! А если такая же сборка, но белая, то она выйдет дороже. На 200 рублей дороже. Нет, я не женат. Холостой. Папин бродяга, мамин симпатяга. Мидер, модер, ай-яй-яй. Сука, джет. Есть, конечно, правда твои слова. Короче, давай, у тебя, короче, сейчас лимит. На этом стриме у тебя лимит, короче, 3 прикола. 2 прикола ты, короче, уже потратил свои. Третий раз снимаю модерку, давай так вот. Про 30 лет это уже обидно, потому что мне 27. На грани сейчас, на грани сидишь. Хотя мне, честно говоря, похеру. Ну, это, ну, прикольно будет, если тебя забанят. Это называется уже level up, понимаешь? Это называется level up приколов, типа, троллинга. У меня батя девушки жены взял 36, нормально. Да я и не планирую как бы жениться, ребят. Другие планы на жизнь пока что. Не-не-не, это я... Ты, короче, просто жестко протроллил, жестко, прикольно протроллил. Смешно на самом деле. А вот если я еще тебя забаню, то будет уже level up, понимаешь? Ну и потом разбаню, это будет прикол. Если забаню навсегда, то напиши мне ВКонтакте, я тебе потом разбаню, если я забуду. Я в интернете комплектующие покупаю, ребят. Все комплектующие абсолютно новые на гарантии. Если разница производительности составит 12 слайд, противоречит на планке на 4,8. Есть ли разница в производительности, если ставить 32 ГБ опер памяти не 2 плашками, а 4 по 8? Лучше бери двумя плашками ставь, дружище. Двумя будет получше. Не, всем бан нет. GS-у можно, чисто поприкалываться. Перетроллить троллера. Давайте, ребятулечки, ставим лайкосики, помогать продвижению канала. Что на 28 лайков? Давайте 30 хотя бы лайков прожмем. И будем корпус доставать. Наклеечку снять сразу или потом? Давай, снять. Ну, в раззвоне будет получше, дружище. В раззвоне, если ты захочешь, стабильнее будет работать. Давай, пока он отошел, есть, дай ему бан на 5 минут. Не, Гришаня. Это уже жестко. Мы же здесь шутим. А бан это уже жестко, понимаешь? Жестко это когда выбираешь сборку, человек тебе... А ты, кстати, тех на кухне заплатил, чтобы тебе сборку создали? Не тебе так скинули. Не, не каждый день 12400. Ну, 12400 просто хороший камень, вот у нас 12600 был позавчера. Ты платил за то, что тебе тех на кухне это подобрала сборку, нет? Ну или бесплатно тебе скинули конфигурацию. Двумя планками лучше будет и стабильнее работать, дружище. И в разгоне лучше будет и в этом. Ты 2 по 16 купишь. Ой. Ты заплатил 350 рублей, тебе скинули конфигурацию, да? И ты собираешься покупать в феврале. На 650 ватт БП. Правильно я понимаю?
и заплатил 350 рублей. 350 рублей, тебе подобрали конфигурацию, ты собираешься в феврале покупать. Они, кто он? Назови имя, кто тебя подбирал. Рома подбирал. Вадима нет, кто там подбирал тебя? Кто из стримеров? Там же их тысяч штук. Может, тебе Витя подбирал? Ладно. Это потрачено. 50-ка у нас, ребят, бронзовая. У них 4-ка на 420 воды Арктик. Против 60-й температура, 10 градусов, ты говорил. 10 это много, на самом деле там где-то 8-6, где-то 8, да. Или Дэвил, у нас розыгрыш, можно кидать 150 рублей, ножки выиграешь. Вот где-то вот, чтобы без вранья, без ничего, где-то 8-6, вот так вот. 6-8 градусов, это 100%, я тебе говорю. Разница, 420-я, 360-я, это я мерил. У нас получается по 12-вольтовой линии 648, бронзовый сертификат, бюджетный блочок, супер-дупер, ничего не ожидайте. Что блока питания. Лучше, конечно, чем всякие там сайленсы, всякие это. Или Дэвил. А Или Дэвил, а ты подписан на группу ВКонтакте, нет? Или не подписан? Киньте ссылку на группу ВКонтакте кто-нибудь. Так, ты через группу ВКонтакте Тимура нашел или как? А ты видел там розыгрыш у нас, нет? Или где? Не интересует ничего, да? Не интересует поддержка канала. Я понял, короче. Стану популярным блогером, буду разыгрывать компьютер. Скажи, Элит Дэвил не поддержал, и все. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Вычеркиваем из списка. Что скажешь по ПТ-шке 850? Ну, лучше вот, чем этот. Ахиллес. Сын Пелея. Возьми лучше этот. Знаешь, что возьми, Иван? Либо 360-ю возьми, типа LS-ку возьми. Это будет то же самое, в принципе, что этот фритер. Но там платформа посовременнее. LS-ку 720-ю, 360 мм. И, ну смотри, там длина 402. Чтоб ты понял, радиатора. Там не 397, а 402. И либо возьми этот MSI Liquid 360, если хочешь. В принципе, Arctic нормальный. Что-то не открывается, ребят. Такой корпусец. На передней панели у нас такая вот эта рамочка симпатичная. Ну, 3050 стоит 20 тысяч рублей, а 3060 стоит 28 тысяч рублей. Но такой блок питания, если как у меня, 850, это бюджетная серия, ребят. Это бюджетка. XPG пайлоны 650 получше, чем эти вот. Стекло у нас наклейка до конца не приклеилось. Стекло здесь, это X клапан можно вставить. Либо не TX, сейчас посмотрим. Вроде бы она мини ATX. Потому что он сам по себе маленький, да. Мини ATX. Плата влазит. А у меня тот большой, значит, у меня ATX-овский. Тот, который дальше у меня стоит. Я чифтыки в последнее время не беру, честно говоря, ребят. Мне что-то... Я, правда, бюджетный брал, дешевые брал какие-то по 2000, не по 2, по 3500. Попалось мне брака много, что-то не это. Ребят, прожмите лайкосик, давайте. 40 лайкосиков прожмем, как бы. Здесь у нас что? Три кулера, это стандартный типа F1. Трепиновые. Ну, посмотрим, трепина, не трепина. Да, трепин, короче, у нас. ПСТшки. И один на выдув, то же самое. Называется кулера First Player F1. 3P. Этот будет, короче, этот. На Авито будет, на Авито этот компик. Кого интересует, можете, в принципе, писать. 1000 рублей будет скидка. 360 я не рекомендую покупать, дружище.
А чё так не открывается жестко, не пойму. Что он так прижато, чё? Наверное, придавили, короче. Полевой фильтр сверху. Видно, каша мало съел. Ну это бюджетный корпус, ребят, что он стоит тут? 3000 стоит, типа. Что это, я вам говорил, начальник, 3200 стоит. А ждать от него супер крутого ничего нету, или? Привет, Настюшка. Настюшка, опасность, привет. Ну, полевика нету, это, конечно, немножко минус, но это плюс то, что это. У нас больше воздуха поступает. У меня болты не крутятся, у Вани крышка не открывается. Да просто здесь плотно, видел, прижато было. Тяжело открывать. Пил нету. Ничего, супер склонит. Как он? Темно, светло, видно, что нет. На 6X можно, там нету юниксов. А ты про видеокарту или что? i3-13700P стоит своих денег для очередного вывода денег в трубу. Не, ну по производительности это то же самое, что i9-12900. Ну это как с DDR5 оперативной памяти. Да, Настюха? Первый раз всегда туго идет. Что у нас здесь, короче, по передней панели? USB 3.0, кнопка перезагрузки, LED-кнопка, которая нам не нужна, наушнички, микрофон раздельный и, соответственно, этот кнопка включения компьютера. Вот спереди, ну, всем не нравится так. Посмотрим, как оно подсвечивается. Красиво смотрится, короче. Эту хренотень можно скрутить. Все, Джейс, давай. Ты, короче, заставляешь меня, короче, обижать людей. Все, все впереди. А подскажи, вот у меня есть BP-часа LRM750X. Угу. Как узнать, он еще хороший или уже менять? Ему года 3-4. Неплохой блок питания. Неплохой блок питания. А что у тебя за система, дружище? Неплохой блок питания. Ну, в свое время, типа, нормально они стоили, типа, хорошие были. 3-4 года, думаю, ничего. Я спрашивал про ходовой М2 на 1 терабайт на норм чипе. Ну, 980 Pro берешь, Samsung, это нормальный. Либо самый дешевый такой вот, Netac берешь, 7000. Либо КС 3000 берешь от Kingston. Переиграла и уничтожила. Ты про что? Turbo PC, про 360 Ti, что-нибудь знаешь? Знаешь, что 360 Ti брать не стоит, дружище. Да что там проблемная память на Unix'ах, типа, выходит из строя. 910, 990, видел анонс, там что-то не помню. Вайпер лучше аналогичного Кинстона. Зачем брать заведомо? Это же заведомо, что может отвалиться. Не понимаю, ребят. Смысл? А мы тебе не про парня говорим. Мы тебе не про парня говорим, Настюшка. Вода 12400 круче. При замене видеокарты можно дать и спаирать. А так... А, это ты не мне пишешь, это ты кому-то другому пишешь. Я думал, вода на 12400. Мой. Короче, три места уже Алексея у нас, короче. Я посчитал, короче, призовой фонд 5500. 5500 я посчитал призовой фонд.
Вот так. Давайте, ребят, лайки, ставим лайки. 12400F это без, просто без видеоядра, дружище, будет. Одинаковый просто, только там нету встроенной графики. Естественно, 12400F без графики будет дешевле. И ты с полностью новыми комплектующими, только с новыми комплектующими, да. Ахиллес. Ну, пока еще Настюха ко мне не переехала, поэтому домашних питомцев у меня нету. Это JS посеял, короче, нотку вражды и троллинга в этом стриме. Зашел и посеял, короче, нотку вражды. Посеял прям нотку вражды. Она шутит, что она мальчика в них вставляет. А я шучу, что это. Это все из-за JS, короче. Если что, обращайтесь к нему. Кстати, по поводу болтиков. Где эти болтики? Я имею в виду, что не она это животное, а это. Ну, животное у нее есть. Все такие грубые, ребят, все. А где болтики? Я самый счастливый человек на земле. Так, нам надо три ноги вкрутить, короче. Даже две ноги вкрутить нужно. Это жизнь, ребят, это жизнь, не переживайте. Зачем ты, Настюшка, так с Джейсом? Нормальный он парень. Нормальный Джейс. Джейс, пацан молодой. Сколько ему? 15 лет уже. Уже взрослый. Одна лодка твой. Нормально все будет у вас. Все с ним нормально. Не ссорьтесь. Давайте, ребята, дружите. Короче, дружно. Дружить дружно. Ну, 14. Какая разница? 14. 14-15 там нравится, не нравится, одинаково. Поэтому все будет хорошо. Давайте, ребят, жить дружно. Задаем вопросы по компьютерному железу, по корпусам, по всяким приколюхам. Давайте, не будем этот. Не будем опускаться до уровня JS. Это он с Донецка, пацан, ему терять нечего, как говорится. Мы же здесь культурные все. Мы же все культурные, ребят, с вами. Ванек, для Розена частота 200 или 36 лучше. Ну, конечно, чем выше частота для Розена, тем лучше, дружище. Прям, ну, если еще тайминги пониже, и вообще беда, и вообще шикарно будет для Розена. Настюх, ну простой корпус, как бы ничего супер нету, стоит 3200, типа. Те корпуса, которые стоят 3200, там супер не ожидай каких-то вау-эффектов от них. Простой корпус, симпатичный, типа, чё. И нормальные корпуса начинают от 10 тысяч. От 7, наверное, даже. Вот, который К560 мы собирали, он неплохой корпус, типа. Обычный корпус, супер вау-эффектов, короче, нет. Панчик от Насти, какая школа, Настюш? Во время розыгрыша обязательно на стрим? Нет, не обязательно. Не обязательно. Ну, завтра будет вечером. Завтра вечером часов 7-8 будет розыгрыш. Я собираю, устанавливаю винду и водичку приношу, как говорится, и борщ варю.
И могу молочную и манку могу сварить, и все что угодно, ребят. Любой каприз за ваши деньги. И комп собрать, и, как говорится, водички принести. Привет, ты для себя пока собираешь или для продажи? Для продажи. Но чтобы выиграть, нужно этот билетик купить. Вот у нас пока 3 билета, на 100%, короче, сейчас выигрывает этот. 100% выигрывает этот. Алексей. Мне Витя дал модер, чтобы я с канала не выходил. Какой Витя? Вите надо выйти. Ребят, ставим лайкосики, ставим лайкосики. 50 человек на трансляции, давайте лайкосики поставим, все будет хорошо. Прожмите лайкосики, этому стриму нужно продвижение, ребят. Что это за бусти, не пойму. Что за бусти, объясните мне, что это такое. Здоров, подскажи норм оперативно. Для ПК поставлю и забуду, как оно от души. Спасибо, https://www.dnsshop.ru/product/c9.0b926e9. Что такое бусти, ребят, объясните. Я понимаю, что такое бусти. Нет, лучше возьми, знаешь, какую память. Эта подсветочка неплохая, но тут тайминг 18, дружище. Тебе нужно 3600, сель 16. Как бы эта память тоже неплохая, вот, которую ты показал, типа неплохая тоже. Но вот тайминг 18, подрайте, нужно будет поднастраивать. Это бивус. Или дэйво, что это случилось? Что случилось? Что это за бусти? Мне теперь нужно куда-то заходить и регистрироваться, не пойму, чтобы посмотреть это или что, я не пойму. Теперь как мне с этим жить дальше? Настюшка опасность сказала, не приедет ко мне. Ты на бусти подписался, вы мне только проблем, ребят, прибавляете. Только одни проблемы. Ваня, посоветуй оперативку до 5К, 16. RipGiles, G-Skill, RipGiles, 5. 3200, 3600. 5600 текст. Ну, такую бери, как бы. За сколько у тебя бюджет? Какой у тебя лид-левел бюджет? Опиши стоимость оперативки. Так, здесь прикрутил, там прикрутил, тут прикрутил. Делать на 12400 F воду ставить хорошо. Нет, на 12400 воду не нужно ставить. На 12400 кулер хороший поставить, все хорошо будет. Спасибо, ребят, большое за подписочку всем. Если на видеокарте не написано, с какой материнской платы, значит, он для любой материнки. Ну, какая, напиши название материнской платы, как бы. Может, у тебя старое какое-то, что-то древнее. Да, или Дейл, неплохая материнка, но я бы получше бы выбрал. Вот у нас, короче, Эли Дейл, напиши в группу ВКонтакте. Там у нас Тимур. Вот он тебе подскажет, короче, скинет ссылку на эти, на Патрики 4133. Я тебе, Эли Дейл, про оперативку и говорю. Про оперативку я тебе говорю, Эли Дейл. Ты напиши Тимуру, он тебе напишет ссылку, скинет на 4133 на Патрике. И будет нормально. Ну добавишь косарь, ничего страшного не будет с тобой. Косарь добавишь, будет получше. Либо бери G-скиллы, но их сейчас DNS нету. G-скиллы этот. RipGiles, 3600, сель 16. Но их сейчас, наверное, нету в наличии.
Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, будто мне... Прожимаем лайкосики. Давайте, ребят, 40 лайкосиков прожмем, и все будет хорошо. 40 лайкосиков — это уже немало получается. Витя, привет. Витя, ты видел, что у меня на канале происходит? Ты видел, что у нас уже рекорд? У нас уже 4000 подписчиков, Витя. Видел? Скоро уже 5000 будет. Через месяц-два. 4000 подписчиков, и у нас завтра будет розыгрыш. А ты, Витя, кстати, не подписан на мою группу ВКонтакте, я так понимаю, да? Игнорируешь, короче, маленьких стримеров игнорируешь. Там же анонс есть. Ваньку, а Патрики нашел. Вот, да, 3733, можно взять, 717 будет получше, да. Хорошее. Ну, как бюджетные, нормальные. 3733, 717. Если еще тебе там это поднастроить, немножко будет круто. Не слишком темно вам, ребят? Вроде нормально, да? Не брал ведь такой корпус, кстати, симпатичная мордочка. Вот такой Т5, симпатичная мордочка. Ну, ты, наверное, такие не берешь дешевые. Стоит, короче, 3200 у нас. Ну, грубо говоря, обычный дешевый этот. У нас, короче, трипиновые ПСТшки. Это у нас, ну, ферстплееровские стандарты. Называются они... Сейчас я скажу еще раз. Я вначале говорил. F1. F1, самый обычный, в общем. Ну, напряжением регулировать и нормально. Ну, это дешевые кулера, как от этого. Обычные дешевые кулера. Ну, стоит недорого, а симпатичная мордочка такая у него. Ну, смотрится, да, так на внешний вид, грубо говоря, а так, ну, самые, короче, обычные, это first player, самые дешевые корпуса, как бы. Смотрится симпатично, мордочка. Короче, не вставилось, да? Это простые F1, которые 4 кулера у него стоит, как бы, за 3200, ну, я думаю, неплохой вариант, типа. Я взял на пробу, грубо говоря. Не грубо говоря, взял на пробу. Такие еще есть белые. Белые стоят 3400, ну, что-то на 200 рублей дороже там получается. Так как-то современно, стильно, молодежно смотрится, я бы сказал. Ну, продаваться, мне кажется, будут такие корпуса по обдуву, как бы, для маленьких сборочек, таких вот не сильно горячих, типа. Ну, естественно, это не Cougar RFS, типа. Место здесь немножко поменьше, как бы. Ну и кулера ледовские простые. Как думаешь, какой конфиг собрать? А какой у тебя? Ты напиши что-то это. Что-то подешевле нужно. На технокухне нужно подешевле собирать что-то ведь. Я думаю, дешевое что-то тебе нужно собрать. Типа там а-ля, типа такого компа, типа за 60 тысяч рублей, типа. Что-то дешевое надо собирать. Это будет интересно, потому что сборки за 300 тысяч, ну, вот, мало людей смотрят. А сборки за 60, за 50 тысяч, типа, ну, очень много людей смотрит. И очень много вопросов по ним, типа. Типа, вот вопрос, какие кулера? Как, типа, вмещается? Это мини ATX, не ATX, типа, вот, сверху можно поставить, не можно. 220 сверху можно поставить. По ним вот очень много вопросов, и, соответственно, актива будет побольше в чате, я думаю, так. Нашел болтики, ребят. Давай, Витя, пробивай дорогу, как говорится. Ты у нас опытный парень. Ты на кухне. И все у тебя будет хорошо. Заказал, ребят, 3060 на 8.
Через дня 4 приеду, должны приехать через 4 денька. И посмотрим. Смотрел, короче, вчера видео популярного блогера. Жестко популярного блогера смотрел видео. Хотелось, конечно, бы опровержение написать. Но думаю, зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно? После этого, черт, не сильно я верю вообще во все остальные тесты, которые были. Оперативка XPG 16600 нормальная. Под XMP нормально. Если хочешь рекорды ставить какие-то, дружище, нужно оперативку поинтереснее. Я очередной раз смотрю, как бы ничего против не имею, но кто-то кого-то обманывает. Ну, смотрится симпатично, короче. Сборочка сама по себе у нас неплохая. У нас из дешевого здесь что, ребят? Оперативу можно было подороже взять на 1500, тогда было бы чуть лучше. SSD-ху можно было взять на 3000 дороже, было бы на Samsung, типа. На этом мы немножко сэкономим. Кулер здесь с запасом, корпус. Ну, корпус нормальный такой, за 3200 хороший. Про 3060 на 8. Про 3060 на 8 видео смотрел популярного блогера. И что-то мне проценты, соотношения не сильно понравились, как бы. Ну и вот это. Кто кого обманывает, непонятно. Материнская плата Asus Prime A320M. Вот материнка 7K на Яндекс.Маркете придет за 3060. Ну я бы брал поинтереснее что-то материнку. A320 прям такая... И 7000 это дорого для нее. Кика, нет, это нет. Давайте, ребят, 50 лайкосиков. Прожмем 50 лайкосиков. Кстати, Витя, тебе, может быть, будет интересно. Не знаю, интересно тебе, не интересно. Но людям будет интересно твое мнение, например. Чтобы ты поставил пластину, которую, ну, хоть прижимную пластину под 17.2.0 сокет. И сравнил температуры. Вот твое мнение будет тоже интересно. Потому что я сравнивал, разницы нету. Некоторые сравнивают, разница 10 градусов, типа. Вот твое мнение тоже было бы интересно посмотреть. Ты взял бы какой-то, даже на стриме можешь взять. АК 120, АК 500, и что-нибудь такое, АК 400, типа, взять. Какой-то 12600 КФ, либо 12400. И прижимную пластину поставить, раскрутить этот сокет, получается. И разницу в температуре понять. По прижиму вопросов никаких нету. Естественно, чем лучше прижим, тем это будет лучше. А по температуре вопросы прям есть. Потому что я проверял на воде, я на кулере не проверял, я проверял на воде, я брал этот Алаха 360 и сравнивал 12700 КФ. Прижимной пластиной 67 градусов, без прижимной пластины 67 градусов тоже. Типа, там разница типа в 1 градус погрешность была. Я разницы никакой не заметил. С кулером я не сравнивал. А вот твое мнение, мне кажется, кому-то будет важнее, чем мое. Потому что прям все бьют себе в грудь, типа все там, типа это минус 10 градусов, все хорошо. Может, мне просто такой попался, может, с водой не сравнивать не стоит, конечно. Я зафиксировал там кулера обороты, зафиксировал помпу обороты, все, точно самое все сделал. Просто потом прижимную пластину поставил, обратно все. Термопаста такая же самая была, разницы я не заметил. По температуре именно вопрос. По прижиму, естественно, разница, ну, это очевидно, что чем лучше прижим, тем лучше. Вот это мнение, мне кажется, ну, тебя будет больше слушать, чем меня. Турбо 50, ответь на, пожалуйста, на вопрос. Материнская плата Макс, Мартар Макс, слишком для i5. Я с тобой согласен, Витя. Вот, ну, как, если будет у тебя стрим такой, знаешь, ненавязчивый, то можешь, короче, это... Это будет людям очень интересно будет. Это тебе как этот, ну... Как идея, грубо говоря, не знаю. Просто я на воде сравнивал, разницы не увидел. Ленар тоже, что-то там читал я, что Ленар сравнивал, тоже разницы не увидел. У Дакара минус 10. Как так? Не знаю. Как так получается, не пойму, честно. Ну, я думаю, с большим запасом решения. С запасом, в принципе. Мартар Макс, она же по шине гонит, типа. Если ты будешь разгонять, типа, можно ее взять. Как вот так получается, что одних 10, одних вообще никакой разницы? Ну, понятное дело, ревизия процессора, может быть, что-нибудь такое там, типа. Как бы, я не знаю, типа.
Для меня вообще это не критично, грубо говоря, потому что я тут ставлю такие процессоры, типа 12400, вот этот клёк, он всегда там управляется хорошо. Ну а вот потом мне заходят, типа пишут, почему ты не ставил прижимную пластину, там минус 10 градусов, минус 20 градусов, там все, типа отписка. Ну отписываюсь. Поэтому такие дела. Поэтому, ребят, давайте 50 лайков прожмем. У нас, кстати, розыгрыш, ребят. Завтра розыгрыш будет. Можно деньги уже закидывать. Вконтакте есть, короче, условия розыгрыша. Там 150 рублей закидываешь, покупаешь билетик. И выиграть можно мышку, там, кулера и Wi-Fi адаптер. Кто хочет поучаствовать, воспитать свою этот, удачу в рулетке, то как бы можете участвовать. И тем самым поддерживайте канал. MSI пробую 160 на Wi-Fi, 12400F30. 60 гейминг. Возможно ли у тебя такая сборка? Можно ли уложиться в 75 косарей? 75 косарей за Z3 мы не уложимся, дружище, с тобой. Если у нас вот эта сборка выходит 70 со всеми работами, там что-то 73 тысячи выходит, 74-73 тысячи. Вот, вот такая сборка выходит. А у тебя, получается, будет видеокарта дороже на 10 тысяч, чем вот, которая у меня политка. Дороже будет. Но ее еще, наверное, не везде найдешь. Ванька, что означает вот оперативки нашел Just Kill? Play Fix for AMD. Ну, может, там есть два XMP профиля. Там два XMP профиля, короче. Одна для Intel, а XMP профиль один для AMD, типа. Грубо говоря, для Intel там будет этот. Частоты пониже. Ну, грубо говоря, для AMD будет там частоты повыше и тайминги пониже, типа такое. А для Intel будет там чуть под другой XMP профиль. Ну, там в описании решание. Смотри, заходишь в описание под стрим, там написано сумма. Ты читаешь описание, дружище, нет? В описании же написано перечень конфигурации, комплектующие, все, в принципе, написано. Поэтому такие пирожочки. Ребят, прожимаем лайкосик. Давайте, 50 лайкосиков. Здорово, Серега. Не хочешь в розыгрыше поучаствовать? У нас завтра будет... У нас 4000 подписчиков стукнуло. Завтра будет розыгрыш. Билетик стоит 150 рублей. В описании там в группе ВКонтакте есть, короче, все эти... входные, выходные данные. А чё, ребят, кстати, давно не было у нас рубрики по ножовщине, ребят. Почём взял 4090? Ребят, будем резать, короче. Ну давайте, писяйку не будем резать. Вот саташки можно резануть. Саташки, ребят, будем резать, нет? Ребят, будем резать саташки, нет? Давайте, ребят, 20 плюсиков, короче, и режем саташки. Давайте, 20 плюсов в чате. Считаю, ребят, давайте. Либо, если не хотите, чтобы резал, минуса ставьте, ребят. Будем саташки резать, отрезать лишние. Артурик плюсик поставил, один плюсик есть. Ребят, кто смотрит записи, нажмите на кнопку прямой эфир. Один плюсик, второй плюсик. Серега, минусик, минусик. Режь все. Короче, не будет дела с вами, да? Как мы на 5000 с вами пойдем, ребят, мне интересно. Как вот таким активом, ребят, 50 человек и пишут 3 человека в чате, типа, мы на 5000 с вами пойдем, скажите мне. Есть что-то впечатление, что это, что-то не то? 50 человек смотрится, пишет 5 человек.
Да, ребята, вы или не проснулись, не пойму. Или что с вами не так? Время час дня уже, ребят. Уже 2 часа дня время. Стримит. Да если бы я умел ботов крутить, я бы накрутил ботов. Я не умею ботов крутить. Короче, резать никто не хочет, да? Как мы, ребят, с активом будем на 5000 с вами так идти с активом, с активом таким? Ну ладно, но у тебя 6 часов. А у нас-то не 6 часов, у нас 2 часа дня. Так, это у нас PCI-ка, да? PCI. Длина 400 салика можно заказывать. Но я салика не рекомендую заказывать. А ты типа на свой страх и риск как бы. Типа в Москве можно взять за 11 тысяч, грубо говоря. Длина 400. Подскажи, какую мать взять по 12400? Ну, вот такой вот дешевый вариант, вот такой, типа, 10 тысяч стоит, вот такая, как у меня сейчас, 10 тысяч, короче. Я видел. Кто ты, воин? Я видел, еще, наверное, дня 4 назад появились. Сын Пелея. Здорово, давай ты мне билетик, а тебе плюсик. Билетик стоит 150 рублей. 150 рублей, ребят, билетик стоит. На Озоне лучше тоже не покупать. Озон скам, ребят. Озон скам. Обязательно после сборки ПКП разнять комплектующие. Для чего это нужно? Ну, чтобы увеличить производительность. Процентов на 10-15 увеличить производительность. И, по идее, стабильнее будет работать. Не обязательно. Можешь просто XMP профиль поставить, лимиты поднять, и все нормально у тебя будет. Если хочешь немножечко получше, типа 10-15%, то пиши в группу ВКонтакте. Слово «Озон», и там тебе проконсультируют. Группа ВКонтакте, вот кто-нибудь есть в чате, скиньте ВК. В описании есть тоже. Гришаня, не пиши глупости, пожалуйста. Юный друг мой, не пиши, пожалуйста, глупости, хорошо? Витя, а это нужно группу ВКонтакте подписаться и посмотреть. Вот будем мышку вот такую разыгрывать. Вот такую мышку будет, первое место мышку будем разыгрывать. Потом будем разыгрывать этот, 2 кулерка. Ну ведь тебе же в любви повезло, тебе в розыгрышах не везет. Ты каждый раз участвуешь, поддержишь меня. Мне же стыдно перед тобой, перед твоими подписчиками, что ты ничего не выигрываешь. Это не глупость, это факты. Ариш, не пиши, пожалуйста, глупости. Хорошо, так, мне нужно КПУшку кинуть. Рот скинуть. Гигабайт, B660M, Aorus Pro, норм плата. Смотря по чем, типа, ну, неплохая плата. Ахиллес. Сын Пелея. Спасибо за подписку, ребят. Саша, спасибо за подписку, как бы. Ну, разыгрывать только завтра будем, ребят. Завтра вечером будем разыгрывать. Так, это у нас так, вот так вот. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Это факты, можно купить что-то, но это от человека зависит, будет он это покупать или нет. Вот я бы, например, купил. Ты покупаешь на Озоне, если у тебя все хорошо, у тебя все хорошо, дружище. Если у тебя все плохо, ты тратишь месяц своего времени, чтобы поменять, разобраться, что за продавец, куда отправить. Блин, Colorful не знаю, не подскажу, дружище. Вообще не подскажу, я такие не ставлю. Ты, наверное, на китайском рынке ты покупаешь где-то. Все мои волки делают. Ау. Мать Colorful Z690, можешь что-нибудь про нее сказать? Норм. Я беру, короче, MSI Z690 A Pro, если самый бюджетный вариант, я беру A-Pro-шку Z690. Немножечко подороже, я беру Tomahawk. Tomahawk беру.
Если еще получше, то может Edge, если найдем. Или если еще получше, то Unify. Вот такие вот матери, типа, я беру. Грубо говоря, минимум по 12600 КФ я беру опрошку, потом Tomahawk беру, и потом Unify, если нужно. Ну, ты уже возвращал. Ладно, все, Гриш, давай, не спай, пожалуйста, дружище. Не вводи в этот. Людей в ступор, пожалуйста. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Привет, насколько у 378 КБ хватит? Мне нужна карта на 4-5 лет. На 4-5 лет бери 4090, точно хватит. 3070, если ты будешь в Full HD играть, типа. Ну, я думаю, в сетевые игрушки, в дотку, вот какие-то КС-ки тебе хватит, типа, тоже. Лет на 5. Если ты хочешь там самые современные игрушки играть, ну, сам понимаешь, дружище, сейчас непонятно, что будет завтра. Я бы брал 3070, либо 3060. Я 3065 не брал. Просто нужна светлая мать. Возьми лучше Asus какую-то. Asus Prime возьми. Светлая мать, белая мать. Посмотри Asus Prime, дружище. У них тоже есть белые модельки. Сейчас, ребят, интимный момент такой. Каждый раз, когда это делаю, видео вспоминаю, как у него все хорошо получается. Ну, это тут неудобный момент, конечно, когда ты кулер ставил, вот здесь неудобно получается делать. А мне сегодня мать 6 царика пришла за 5 рублей. Ну, круто, круто, поздравляю, дружище. Главное, чтобы у тебя все хорошо было. Блин, так тут, короче, близко вообще. Как говорится, это. Комар не подточит. Прям миллиметра два, наверное, у нас этот. 350 хорошая карта, смотря почем берешь. Ахиллес. Сын Пелея. Сын Пелея. Короче, ребят, что тут очень близко получается крепление кулера к этому. Там миллиметр остается, наверное, миллиметр, либо миллиметра два максимум. Нета по нашему. Прям близко-близко. Я на рулетку свою жизнь поставлю. А сегодня у нас что, среда? Сегодня у нас вторник, да? Сегодня вторник, ну, актив не сильно большой. Ну, ничего страшного, как бы все свои. Смотря почем ты берешь 3050. То есть ты берешь ее подешевле, типа, чем, ну, значительно, чем 30... Чем 2060, тогда да, смысл есть в ней. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Так, у нас отверстия специального нету, придется снизу протягивать. Если ты про патрики говоришь, про патрики, которые эти, они будут получше, да. Ванько. Какие Ванько, какой. Ну, я же говорю, если разница в цене, типа, этот, ну, сами понимаете, 3050 она холоднее, ребят, чтобы вы понимали. Если разница в цене небольшая, там видно, вообще не видно, светлее, темнее. D50 ты имеешь в виду, да, ты нашел? Так что будет, если с 3078 ГБ не будет хватать памяти? Ну там же шина получше. 3060 будет помощнее. Что происходить будет? Ну ничего происходить не будет. Ты хоть какой-то ответ будешь? Что-то меня хочешь слышать, не пойму.
пока хватает. Объем памяти, ну, такая себе тема. Два 60 будет лучше, да, чем 3050 по производительности. По охлаждению немножко хуже. Ну, смотря какая, тоже надо смотреть. У нас тут что? Вот этот надо обратно вдеть. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Да я понял, Элитейл, я понял, что ты хочешь написать. Мне нужно посмотреть на нее, понимаешь? Я так не могу сходу сказать. Будет просто загружено у тебя на 100% эта память и все. Владимир, привет. Прожимаем, ребят, лайкосики. Кто зашел, прожимаем лайкосики. Помогает продвижению канала, естественно. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Короче, там типа тема такая, чем ниже тайминги, грубо говоря, эти CL, тем лучше. И чем выше частота. Вот тема такая. Видно вам, не видно? Рулетка у нас будет завтра, ребят. Завтра вечером будет рулетка. На 4000 подписчиков будем разыгрывать мышку, там кулерочки, Wi-Fi адаптеры, всякие приколюшечки, короче. В играх или где лучше? И в играх, и в программках, типа. Ну, как всегда, да. Как всегда, или Devil выиграет. Такая у нас 360, ребят. 360. Отпалит дол. Досталось по смешным деньгам. Поэтому, кого интересует сборка компьютера, подбор комплектующих, либо этот компьютер купить, пишите мне в группу ВКонтакте и получите еще 1000 рублей скидки по промокоду TURBOPC. Ну, 5800 3D, да. За этот, за 150 тысяч купил видеокарту. Я же на каждом стриме говорю, ребятульки. Каждым вчера же такая же сборка на такой видеокарте, короче, была. На каждом стриме говорю, каждый раз ты вопросы задаешь мне. Решань, давай, успокойся, дружище. Успокойся, пожалуйста. Не хочу ссориться ни с кем. Успокойся, все у тебя будет хорошо. Написал сообщение, перепроверил. Еще раз потом прочитал, еще раз перепроверил, потом нажимаешь кнопку отправлять. А настройки собирают ее типа разница 600 и... Ну да, можно. Ну так, а что, есть ли смысл разгонять память с 3200 до 3600? Смысл есть всегда разгонять память. GameRock 3070, версия 1 норм. Выбор между джеткой, гейминг. И про гейминг. Что лучше? Геймрок возьми. Геймрок возьми. Ты не ответил про Ренегад 3600 CL16. Ренегейт? Кингстон Фьюри, что ли? Кингстон Ренегейт, я имею в виду? Почему не собираем? Я собирал на ней. Ну, нормальная память. Просто она дорогая, типа, по стоимости. Память хорошая. Я собирал на ней. Типа просто она стоит там что-то получается две планки по 16, что-то 10500, не, или что-то 11 тысяч получается. А, и там получится у нас CL18 вроде бы. А G-Skill CL16, две планки по 16, стоит 9400 типа. Там разница типа 1500 рублей. Я беру G-Skill Ripjazz и получается, ну, чуть выгоднее. И поэтому тоже выгоднее.
Ну там в моменте смотреть. В моменте бывают они подешевле даже. Патриот, оперативная память. Роман, это самая бюджетная оперативная память. Супер результата от нее не ждать. В XMP поставил и забыл. Простая бюджетная оперативная память. Супер там вау-эффекта какого-то не ожидайте от нее. Почем, смотря ты берешь ее, дружище, Артем? Почем ты ее берешь, типа надо сравнивать. Если я взял по одному ценнику, типа она хорошо. Если ты ее возьмешь на 1000 дороже, тогда ее брать не стоит. За 1000 подороже интересные варианты есть уже. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Ну я думаю, 16 это уже такой, как говоря, как минимум. 16 нужно ставить. Если денежек побольше, то бери 32. Но в основном 16 хватает еще. На данный момент 16 хватает под все рушечки, там, под все такое. Если есть возможность добавить, типа, там, грубо говоря, те же еще 4000, то да-да-да. Ну, ты в будущем докинешь. Две планки еще купишь такие же самые, и все. Что, попробуем, да? Запустится у нас, не запустится. Может, надо пересобирать? Я на рулетку свою жизнь поставлю. Просто у меня материнка тянет максимум частоту 233. Вот и пришлось взять две планки по 16. Но вроде работает. Ну, работает и с кайфом. Шизоматик, привет. Это мини ATX корпус, да. Это мини ATX. ATX раскопата сюда не влезет. Сейчас у нас 3 цикла пройдет. Ух ты, блин. Чуть стрим, минус стрим не было, ребят, сейчас. Такая у нас ледовская подсветка симпатичная, это регулируется, это... Я думаю, годика на 3, Влад, хватит точно. На сколько лет хватит 3070 под монитор 2К165ГЦ в связке с 12400? Я думаю, годика на 3 точно хватит, прям годика 3 хватит под 2К. Ну, чтобы ты понимал, 3070 это начальный 2К. А 3070 это прям начальная карта для 2К. Если ты будешь играть в супер-дупер какие-то жесткие игры, то, может быть, и сейчас уже не хватит, типа, 3070. Ну, а потом в конце вам покажу, ребят, как здесь красиво все светится, переливается. Симпатичненький корпус такой. Ну, стоимость тоже маленькая у него, типа. Симпатично смотрится. Растильный, короче, аудиоджек получается. Тоже круто. Смотрится симпатично, честно говоря. Вот эта вот тяжка только какая-то у нас она получилась не жесткая. Друг, подскажи, i5-D400, связка 260, супер, хорошо зайдет. Но если с нуля покупать, нет. Я бы брал 3060 и 12100, либо 12400. Если есть у тебя уже, тогда да. Саша Гоголь, а базука потянет 12900? Если без кей, то да, можно. Ну, я думаю, нет, ребят. 12900, как бы, нужно брать уже что-то это, поинтереснее. Какую-то плату на Z-ки, типа, и брать 12900 кей, немножко там подразогнать, типа, это поинтереснее будет. 12700 можно сюда вставить без кей, типа, нормально будет все по охлаждению. 13600 можно поставить. Так, на глупый вопрос отвечать я не буду в чате, к сожалению, ребят, Торечки. С
сожалению, не буду отвечать на глупые вопросы. На глупые вопросы в донат скидывайте, ребят. Вопросы на глупые, в донат. Буду отвечать на глупые вопросы в донате. То и то с Авито для Минбюджета. Я бы брал бы 12100 и 3060, дружище. Было бы получше. И смотря по чем ты берешь, типа, этот, ну, стоимость. Напиши мне, может быть, у меня будет дешевле собрать это, чем ты купишь на Авито бэушные. И снова, может быть, дешевле собрать. Ну, конечно, вероятность меньше, потому что Авито можно, типа, за рубль взять видеокарточку. Покажи, там в этом, в описании есть цена, стоимости. Прочти описание, пожалуйста, там перечень комплектующих. 5600G, если у тебя раньше не было встройки, 360 Ti, типа, связка неплохая, но проблема в том, что 360 Ti я не рекомендую брать. И 5600G, лучше 5600X взять уже. А вообще, рекомендовал бы взять тебе же 12400 тогда. Как бы не сильно не нравится, дружище, Netro. Я бы поинтереснее вариант какой-то взял бы. Ребят, спасибо всем за подписку. Кто подписывается на канал, как бы ставьте лайкосики. И пишите свои вопросики в чате. Лайкосик поставил, вопросик задал, и все у тебя хорошо, в жизни сложилось. Чтобы не было такого, что вы покупаете А60 и покупаете 12700K и говорите, меня друг поставил, у меня все хорошо. Давайте вот так вот договоримся. Ну я же напрямую дистрибьютора покупаю, дружище. Ну ничего ты дергайся, не пойму, что оно? Все блестит. Не дергайся, все хорошо будет. Ну вот такую сборку у меня можно 7374 купить прямо уже. С Windows, а 77 с проверкой на брак. Она будет на Авито сегодня-завтра. Либо в группе ВКонтакте. Поэтому на группу ВКонтакте подписывайтесь, на Авито тоже подписывайтесь, если желаете купить что-то интересное. Если хотите, соответственно, можете и под заказ вам собрать, на стриме соберем. Под заказ сборочку. Многие ребята здесь в чатах тоже есть, которые сборочку собирают. Будет ли считаться комбо 10100F на... Ну да, будет считаться, типа. i5-10100 не бывает такого. Бывает i3. i3-10100F бывает. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Да зачем брать 360 Ti, ребят? Ну проблемная карта. 360 Ti проблемная. Ну проблемная же карта 360 Ti. Я же не рекомендую не потому, что типа этот. Потому что у меня были случаи уже, когда я менял их по гарантии. Или мне думаете, в прикол, типа вам какое-то фуфло посоветовать, чтобы через полгода зашел, у меня отвалилась карта, типа написал мне. Зачем мне это нужно, скажите? Все, кроме потом, как говорится, проверяется. Да откуда вы знаете, может мы на Байкалах будем сидеть уже, на самом деле, через полгода на Байкалах будем сидеть. И говорить, типа, нормально все. Типа, ваши интелы говно. При этом этот комп уже продал еще или нет? Еще не продал.
Если хочешь купить, то пиши ВКонтакт. Еще не выставлял. Ну, проверится все на брак, потом уже будет выставляться. Где-то 73-74 будет со всеми работами. Я на рулетку свою жизнь поставлю. Может быть, конечно, надо было вот сюда вот его. Я бы назвал процессор Сатурн, это понял. Какой производитель лучше 360? Ну, за 3 его будет похолоднее. Ну, типа, я беру такие палитки, потому что они бюджетные, соответственно. И они, грубо говоря, нормальные по охлаждению. Я же проверяю тестом, как бы. Хочешь за 3 его покупаешь на 8, на 10 тысяч дороже, типа. Она будет холоднее, она будет огромная, типа. Ну, я бы эти 10 тысяч лучше закинул бы какую-то в оперативку, либо в какую-то мать получше бы взял бы. Либо видеокарту немножко получше, повыше класса взял бы, 10 тысяч докинул бы. Панан же не люблю. Панан же что-то не внушает доверия мне, загар. Ребят, давайте лайкосики, прожмем лайкосики, прожимаем. Больше лайкосиков, больше активов в чате, больше, соответственно, подписочников, больше харя у стримера. Напишите, ребят, с какого вы городка и какая у вас погода, ребят. У нас сейчас, например, минус 6 градусов, типа. Насколько у вас холодно и откуда вы, типа? Тоже интересно узнать, типа, какая у вас там погодка. Потому что некоторые люди пишут, что у них там минус 50. Думаю, ни хрена себе минус 50. Кто ты, воин? Ахиллес. Спасибо за подписку тебе, Тимур. Сын Пелея. Минус 8 ЕКБ. У нас минус 5, короче. Минус 6. В Москве. Вот, видишь, пишут. Опять пишут, короче. Страсти пишут. Саша Гоголя пишет. Минус 40 у него, короче. У нас, типа, так тоже солнечно, грубо говоря. Опять страсти пишут, что минус 40 у него. Доставка по всей России, мне, дружище, я из Москвы. Андрей, доставка по всей России, транспортной компании. Ну, в Рязань будет где-то 3 дня, наверное, 4 дня даже. И будет где-то 1100 стоить, если этот компьютер. Ярославль, минус 9, минус 6, сильный ветер, Владивосток. Ни хрена с ним во Владике. Сильный ветер и минус 6. В принципе, еще не холодно, но если ветер сильный, то ну, сухость получается, да, или как это называть? Это еще хуже, чем минус 20 в Москве. Типа влажность, я так понимаю, это понижено. Сухость нету, такая вот влажность есть. Ребят, на канале ремонтника Викон есть разбор 370, какая лучше по компонентной базе охлада. А ты что, Викон? Ты рекламируешь Викон или что? Ну и так все знаем, какая лучше. Ну, я знаю, какая лучше. Я же потом это все проверяю, типа. В плане ремонта, да, но он сильнее, конечно, разбирается. В плане температуры, я и так тебе могу сказать, какая температура на какой карте. Ахиллес. Я понял, что ты плохо с китайскими самолетами. Да. Ну, мне не нравится то, что нету гарантии, дружище. Я же покупаю, продаю это все на гарантии, все новое, все комплектующие новые на гарантии. Китайцы гарантию не дают мне. Ну, никому не дают. Это формальная гарантия. Вы, если ты там немножечко экономишь и готов, типа, риски всякие, грубо говоря, тогда да.
и риски готов все кушать, то вопросов нет, дружище. Я только за, чтобы ты сэкономил, то все было хорошо. Но я, к сожалению, только новым занимаюсь. Или к счастью, или к сожалению. Не вижу смысла, например, экономить на этой сборке типа 10 тысяч рублей и оставаться без гарантии полностью. Вот на этой сборке мы максимум десятку можем сэкономить. Мы с вами базука и Мартар одинаковы. Нет, Мартар Макс — это другая карта. Карта, короче, вы поняли. Материнка. Она же по шине гонит. Базука — это обычная бэшка. Африка плюс 30. Жестко. Чего? Доллар? В жизни не видел доллара. Ни у кого нет доллара. Покажи мне доллар. Спасибо большое тебе, Шиза. Это он. Какой красивый. Ну-ка, шляпу сними. Это же целый доллар. Exclamation mark. Спасибо тебе большое за поддержку, дружище. Тебе тоже хорошего настроения. Если какие-то вопросы, задавай. Будем с тобой болтать в чатике. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Сын Пелея. Я на рулетку свою жизнь поставил. Ахиллес. Это мать хорошая. Под этот проц, это прям даже свыше. Это мать хорошая. Я ее взял, ребят, за 10-200. За 10-200 лучше нету, ну, платы. 10-200 рублей я взял. Это очень дешево. Мне поставщик предложил по 10-200, я взял по 10-200. За 9000 у нас получается гигабайт гейминг. За 9000. Это стоит на 1200 рублей дороже. Это плата классом повыше, по VRM лучше. Сюда можно вплоть там 13600 поставить даже в будущем. Как бы, как вы считаете, ребят, 10-200 это очень дешево, в интернете на 112, типа. Я считаю, это очень хорошая цена, типа, для нее. Если бы она стоила 12, я бы подумал бы, брать бы ее или не брать. Решание, я в интернете покупаю. Арчевес, привет. Блин, чуть не укололся, короче, этим разъемчиком. И в интернете, ребят, покупаю комплектующие. Если вы хотите узнать, какой магазин, соответственно, мне денежки никто не платит, поэтому я никого рекламировать не буду. К сожалению, на этот вопрос ответить не смогу. Арчевес, ты видел, у нас 4000 подписчиков уже? Завтра розыгрыш будет. Я 20 раз человеку написал, что я не буду называть название, он все равно мне пишет, типа, какое название магазина. Официальный дистрибьютор в России, я тебе так скажу. Давай, чтоб я тебя не банил, Гриш, давай это, уже такие вопросы не будем задавать. Кто ты, воин? Ахиллес. Посоветуй мать по 12. Если бюджетный вариант, возьми самая дешевая карта. Это MSI Pro A610G. Это самый бюджетный вариант. Типа по 12 ее хватит. Если понемножку получше, то бери Gigabyte Gaming X. Она стоит типа в районе 10, типа. Если хочешь получше, вот такую берешь, как у меня в описании, типа, она стоит типа 12 DNS. Это B660 MSI DDR4 Bazooka. Это прям с потенциалом на будущее. Это плата прям с потенциалом на будущее. Тут и на 400, кстати, на 600 можно. Где ты гарантия, что ты берешь в интернете? Смотри, дружище. Где гарантия? Вот гарантия, видишь? Гарантийный талон. Видишь, вот где гарантия? Вот, вот это все гарантии. Вот берешь, соответственно, вот, видишь, гарантийный талон, вот все гарантии. Нет, у меня гарантия от магазина, ребят. Нет, у меня от магазина гарантия.
Если вы про то, что... Как со мной связаться? Ну, ВКонтакте пиши, группа ВКонтакте, либо в личку мне пиши, либо в этот, либо в группу ВКонтакте. Озон это скам, ребят. Сколько на стрим идет? 107 минут? Озон это круто, потому что там дешево, в первую очередь. За цены там круто. В плане гарантии, ребят, ну это очень долгая моторная история, типа. Если ты, у тебя что-то сломалось, ты на это идешь, типа, с ними ругаешься, то на зоне ты пока найдешь с кем ругаться, короче, ты уже думаешь, что лучше закажи себе другую плату. Это лично мое мнение, вы можете его придерживаться, не придерживаться, ребят. Я никому не навязываю свое мнение, типа. Вы вправе сами выбирать, что вам лучше, где вам лучше купить. Я вот так вот руководствуюсь, как бы я собираю не для себя, я собираю для клиента. И мне потом с этим возиться месяц-два с озоном, типа, и я, ну, не собираюсь этим заниматься. Привет, слушай, а материнку Астос Прайм B160 нормально для такой сборки? Нормально. Здравствуйте, скажите, плиз, у меня вентиляторы на СВО одни. Какой у тебя СВО, напиши сначала. А корпусные дорогие. Можно ли сделать бутерброд из вентилятора, чтобы на передней панели были корпусные видны? Ну, тебе же нужно на выдув ставить воду. Если ты наперед ставишь, то нужно на выдув ставить, наверное. На вдув не сильно интересно. Че, ребят, скажете по кабель-менеджменту? Скажите мне. Норм или переделывать? Все фигня, Ваня. Напишите, все фигня, Ваня, переделывай. Оцените, ребят, по пятибалльной системе. Кабель-менеджмент. Ну, без стрима я собирать это за часик. Но я без стрима уже давным-давно не собирал. Со стримом где-то вот мы сидим, болтаем с вами. Как бы я не тороплюсь, типа, если меня кто-то тороплюсь, я просто не собираю на стриме. И этот, ну, 2 часика, типа. 1:40, наверное. Пока тут еще, короче, поверчу, покручу. На вду плохо. Оленька, на вду плохо. Открытый корпус стенд. Если открытый корпус стенд, то вопрос уже меньше становится. Это получается задняя крышка крепления корпуса кулера. Лучше, чем ДНС. Ну, лучше, чем раньше, чем ДНС еще не придумали, ребят. Вот так вот, симпатичненько сделал. Конечно, я не топовый мастер-фломастер, но как-то так. Сейчас перевернем, посмотрим. Я вам новые технологии буду показывать. Здесь у нас что? Вот здесь еще бы сделать вот так вот. Красиво. То есть, если хочешь по поводу покупки этого компьютера связаться, то пиши пораньше, чтобы я его не выставлял, потому что начнут мне писать, и я его продам. Да, этот, хотел резню устроить бензопилой, но не поддержал никто, короче. 3+, только нажали, представляешь, RCS. Бессовестный. 50 человек смотрит, а 3+. Ну, человек стрим посмотрит, и, соответственно, этот, что у него там все нормально. Я рекомендую на выдув брать СВО, да. СВО на выдув. Водяное охлаждение, типа, на выдув будет получше. Ну, если хочешь, Оль, напиши мне, скинь фотографии. Не свои фотографии, а фотографии корпуса. Свои тоже потом можешь скинуть. Давай, давай еще раз уложим. Напишешь мне, я тебе, ну, посоветую. Давай еще раз уложим провода, давай. Вася, тебе дроп за поддержку большая. Песенки топовые залетают сегодня, да?
Я на рулетку свою жизнь поставлю. Как называется формат музыки на донате? MP3. Вот это, короче, у кого я такие приколы, типа, выкупаю, не пойму. Это жестко, короче. Арчивес, ну это жестко было, согласись, короче. Как формат музыки. Ой-ой-ой. Алерма, привет. Алерма, ты будешь в розыгрыш участвовать, нет? Ты обещал. Ты обещал, помнишь? Завтра розыгрыш. Как вам, ребят, такая укладка? Не, знаю, что не топовая, но средняя, средняя. Средний такой вариант, неплохой как бы. А ты что, на группу ВКонтакте не подписан? На группу ВКонтакте, Алерма, ты не подписан? Здорово, можно совет? Хватит ли блока питания Asus Strong 850 и платим для сборки 2900 RAM RTX 4090? Я думаю, нет, дружище. Я думаю, это впритык будет у тебя, впритык будет прям. Так, розыгрыш завтра уже, Алерма. Розыгрыш завтра. Ты что, прикалываешься? На 4000 подписочников. Да. Вот так вот, да? Дружили, дружили, короче. Я ему фотки скидывал. Он мне фотки скидывал. Болтали. А вот так вот он спиной повернулся ко мне. Подписывайтесь на Авито, подписывайтесь на группу ВКонтакте, я туда, короче. Вот так вот получается, дружили, дружили. А он вот так вот, короче, все. Откуда ты, с Тулы там, да? Если что, ребята, ставка по всей России у меня. Ну, с водой я не отправляю, только с водой не отправляю, с воздухом отправляю. Святой водочкой пшикнем, как говорится. И все хорошо будет. Чё за сборка? Чё за лев этот тигр? Ау. Я в Подмосковье нахожусь. А вы откуда? О, Анапа это хорошо. Анапа это солнышко, море, это круто. Анапа это круто. Вот, ребят, такой симпатичный, типа, передняя пластиночка. Ну, чисто из этой стеночки взял. Родной, привет, подскажи, пожалуйста, какую сборку собрать до 40к. Дружище, смотри, заходишь ко мне на канал, у меня есть шорты. Шорты это короткие видео на YouTube. И там вот позавчера, не позавчера, получается, 4 дня назад, шорт, типа, сборка за 40 тысяч рублей. Вот посмотри его, пожалуйста, там 37 секунд, посмотри, там все вопросы на твои ответы закроются. Ну, а если бы этот, если был бы рядом я бы собрал, конечно. Ну, к сожалению, я не в Анапе, я в Москве. Я бы помог, конечно. Так, что такое? Ну, за 400 косарей, наверное, 40,90.
12900K, либо 13700K, либо, может быть, даже этот. Смотря где покупать, типа. Ну, кто-то в Сочи, короче, кто-то в Краснодаре. У вас там тепло, да, у вас снега, наверное, нету. Какое лучше взять БП для предказа 90 косарей? ПКЮшка 750 берешь. Дипкол ПКЮ 750. Блин, помоги при установке вылезать, установить драйвер, ставлю диск с драйвером. С официального сайта скачиваешь драйвера. Все тебе хорошо. Прожимаем лайкосики, ребят, давайте. Давайте, ребят, 90 лайков, ребят. Давайте, ребят. Прожмите 5 лайкосиков, пожалуйста. Ну, если хочешь совета услышать, Оля, то напиши мне фотки компьютера, по это, скинь, я тебе скажу, как тебе расположить, если тебе интересует мое мнение. Если мое мнение не интересует, то то, что тебе раньше сказал, этим руководствуйся. А корпус какой у тебя? Ну это юнифайка какая-то, наверное. Дженсон мод. Юнифай, может быть, я не знаю, надо смотреть все. Что там под что, под монтаж, не под монтаж это? Что там за сборка? Это нужно все смотреть. Ну сейчас уже типа если купили, типа смысла особо нету смотреть. А где покупала корпус? Ну это типа как этот, ну я понял, какой-то корпус. Туда, короче, влазит прям все что угодно. Такие от Корсаров раньше были еще. ДНС, ДНС дорого. Вон на трейде подешевле можно было взять. По 25 тысяч он в онлайн трейде. Я его человечку собирал недавно. За 300, ну, грубо говоря, 400 тысяч мы собрали 12900 и 4090. Pantex, 2 ProTG, крутой жесткий корпус, короче. Именно продуваемый. По стилю, конечно, он не такой, типа, кибер стильный, как этот Джеймбо, этот. Джеймсбо. Вот там было у нас что, 32 оперативочки, терабайтник SSD-шечка. Сила в розыгрыше, сила. Кто, ребят, хочет в розыгрыше поучаствовать, типа розыгрыш, в группе ВКонтакте анонс есть. Билетик 150 рублей стоит, можете, соответственно, это, участвовать. Стамина, привет. Давайте, ребят, лайкосик, давайте 100 лайков хотя бы наберем. На трансляции 100 лайков наберем и будем биос прошивать. Давайте, 10 лайков осталось и биос будем прошивать. Из 10 лайков не пойдем в биос. А я вам сейчас новые технологии буду показывать, ребят. Наш стример развивается, ребят. Телефон, правда, где-то потерял. Кто постоянно сидит на стримах, он в курсе, как проходит. А можем мы Windows установить, типа. Нам-то чё? Нам, кабанам, чё? Вот так вот, ребят, выглядит, короче, корпусец, это пленочка получается, она защитная. Сейчас сфокусируется. Вот так получается, красиво спереди эти кулера подсвечиваются, видите, ребра жесткость. Вот так вот, внутри у нас тоже симпатичненькая видеокарточка наша, соответственно. Питание там внизу кулера вот так подсвечивается, высветилось на буте, что надо винду устанавливать.
Этот кулер, короче, меняется цвета, получается, у него. Эти кулера только ледовские. Подсветка тоже на видеокарте подсвечивается хорошо. Места у нас здесь, в принципе, для продува хватает. Стяжками аккуратненько стянул. Мне стыдно показывать свою квартиру за 5К. Кнопочка включения. Наушнички, микрофон, USB 3.0, USB 2.0. Кнопка перезагрузки, LED кнопка, которая у нас не работает, потому что наш контроллер подключает. И USB 3.0 еще один. Полевой фильтр вот такой вот, соответственно. Сверху можно тоже смотреть вот так вот. На компьютере. Ну, симпатично смотрится. Передняя панель прям симпатично смотрится, ребят. Смотрится так стильно, я вам скажу. Максимально какая передаст изображение, тогда да. Как вам, ребят, такой корпус? Скажите, как такой корпус? Нравится, нет? Тут еще стабилизации нету на камере, получается. Видите, трясется постоянно. Смотрится симпатично, короче. Места здесь хватает, типа сверху места куча. Там еще стяжечку стянул, видите? Как бы сама базука по себе, как бы все сильно симпатично. Да, да, похож, короче, на этот. Ну, это же, получается, я почему и взял, потому что похож на Phantex. Ой, Phantex. Fractal. Как он называется? Не Mishfight 2, а другой. Покажи, сейчас носит супер. Ну, сейчас нормально, просто год назад сборку лучше делать. Так, не трясись. Не понял вопрос, дружище, задай еще раз вопрос, не понял, что ты спрашиваешь? Какой БП брать 750? Deepcool PQ 750. Че, ребят, давайте, 7 лайкосиков, мы ставим винду, или не интересно вам винда? Интересно вам винда, нет? BIOS будем прошивать? Или интересно? В принципе, на вчера была базука, можем сейчас BIOS прошить без этого, без винды. Давайте сразу прошим BIOS. У меня на флешке есть там где-то BIOS. Прошлите, ребят, 7 лайкосиков. Где флешка, только интересно. Я на ролику свою жизнь поставлю. Это же только две флешки. Ау. Да, тот самый Ив Ауф. Будем надеяться, что здесь у нас. Аж 90 вроде бы он, да? Так, мне нужно мышку, мне нужно все. Dark Power Pro 1200, хороший БП или нет, наугад взяла. Ну, я бы брал бы Super Flower, типа. Ну, Dark Power тоже неплохой, но Super Flower поинтереснее будет. Там Seasonic платформа, как бы. Ну, смотри, чтобы не совершать ошибок, нужно, как бы, перед тем, как покупаешь какую-то штучку, то прошерстить интернет, найти, может, какого-то специалиста, который тебе за 500 рублей подберет комплектующие. И, соответственно, все будет хорошо. Типа, и ты, ну, где-то сэкономишь, где-то, может, что-то лучше сделаешь, и все у тебя будет обалденно. Сейчас будет моргать, ребят, ничего страшного, не переживайте, это нормально. Если у меня на этой флешке есть... Это MSI получше BIOS. Мне кажется, вот этот, на этой флешке BIOS сейчас. Ну, либо на этой, либо на другой. Вчера же у нас базука была. Мы базуку вчера собирали с вами, да? Димон, вчера базуку собирали? Нет, привет.
аж 90 вроде бы что-то такое было. Вот аж 90. 22, 11, 28. Да, это вчерашний BIOS. Нажимаем, получается, M-Flash, потом заходим в BIOS, выбираем и прошиваем VH20 на VH90. Если у вас BIOS будет не тот, ребят, то оно типа не прошьется. Будет типа, BIOS не совпадает там коды того, ну коды, короче. Давайте, ребят, 4 лайкосика, BIOS прошиваем. Понял, ну на мощность больше ориентировался тот, про который вы говорите, вроде там японское качество. Суперфлавер, да, да. Несмотря по чем ты брала еще. $30,000. Ну мы за 20 брали. 1200 за 20 брали. Ну если купила, уже не расстраивайся, все хорошо. Все у тебя хорошо будет. А меня не видно, да? Это же у меня камера там, короче, да? Ладно, пока не буду. Сейчас перепрощаться бьюсь, а то сейчас провода подергаю, короче, все сорвется и как бы... Я на рулетку. Короче, сейчас, ребят, BIOS перепрощается, я камеру передвину. Потому что, ну, не хочу тут дергаться проводами. А чё, ребят, никто не подписывается на группу ВКонтакте, не пойму. Там же розыгрыш, надо еще в группе ВКонтакте участвовать. У нас только 5 человек подписалось сегодня, вы чё? 5 человек подписалось, вы что, прикалываетесь? Вот группа ВКонтакте, ребят, подписывайтесь, вы что? Ссылку скинул в чат. Не, ну Hero Pro хорошая, хорошая плата. Почему у меня проги MSI от Burnel FPS монитор показывает загрузку процесса не более 5-7% в любой игре? Так, BIOS у нас перепрошился, короче, выбираем здесь Water. Оперативку ставим в XMP-шку. Потом Settings заходим. Заходим Advanced CPU. Здесь я ставлю типа 200. Ой, не туда нажал. Здесь 300. Тут у нас стоит, тут стоит Gear1 у нас стоит. РБ у нас автоматически, ребят, включается. Кто пишет? Андрей, если ты, который сейчас на стриме, как бы цена будет где-то примерно 74-73. Я точно не скажу тебе. Примерно такая цена будет. И заходим в этот, подсветку. Где сишку ставим и помпу у нас получается. Я подключил помпу. Я разделил, получается, на две части, ребят. Видно, меня не видно, в принципе, нахрен мне не нужно, чтобы меня видно было. Здесь типа 90 я ставлю где-то. Регулирую. Типа я две штучки подключил, DC-шкой будем мы регулировать. Минимум ставлю где-то 4500, где-то под 5 типа. И здесь так же самое, типа DC-шкой регулирую. Типа у нас два кулера на один разъем, два кулера на другой. Разделил, чтобы не было 3-1, а сразу по 2 разделил.
Читаю так более рационально. Но, в принципе, не больше 3 рекомендую вставлять. И здесь выставлять так, и пуфан, это нас не интересует. Надо, короче, хотя бы вот так вот, на 5, чтобы обороты крутились. У нас тихий стал, надо хотя бы 600 оборотов, чтобы было у нас в меню. 6 поставим, давайте 6 поставим. На 5% получается. Вот питание Кьюгера 300, норм блок, почти такой сборки, только с 10-100. Ну, хороший блок, ну типа, если ты с нуля покупил его, то это неинтересное приобретение. Так, получается 75 и 7 поставим. 7,2. 75. 7,2. Тут, короче, 6. Тут 6. Вот даже можно немножечко ниже, типа. Хотя, в принципе, даже не шумно, вообще бесшумно. 6000 этих. Процессор немножко подкрутить здесь, ну да. $4.68 поставим, $4.80. Чтобы он просто крутился у нас. 90. Чтобы не останавливался. $900 оборотов, это много, надо чуть немножко ниже. $4.20, короче, поставим. Здесь у нас нормально, здесь нормально, типа, здесь даже можно немножко поднять, типа, 5, опустить, то есть 5. 5.4 поставим. Нормально, все нормально, получается, это сделал. Оператив поставил в XMP профиль, BIOS перепрошился у нас. И можно, в принципе, уже этот, виндуйте, устанавливать. Вот эти все настройки нажимаем F10 и применяем, получается. И можно камеру перетаскивать. Поближе буду, как говорится, к народу. Ребят, прожимаем лайкосики, давайте. 110 лайков наберем на трансляции? Нет, ребят? 110 будет или не будет? Или мы не осилим с вами 110 лайков? Собрал новый комп, а через полчаса во всех играх выкидывает на рабочий стол. Что может быть, подскажете, плюс все температуры в норме? Ну, оператива может быть, дружище. Может, оператива быть. Проверял стресс-тестами, нет? Как меня видно? Не слишком? Как оно сейчас? Сейчас поставим иду, короче, буду настраивать. Не спам, дружище, только не спам. Pro я ставлю, естественно. Берем потом, я делаю 130. 130 и остальные там делаю 800. Кто делает по-другому, типа я делаю так, клиентам в принципе нравится. Если что-то знаете интересного, то можете мне подсказать, буду делать по-другому. А, ну если новое, то ну. Ну если у тебя компьютер новый, тогда он тоже не должен, получается, этот, вылетать ничего, правильно, Александр? По твоей логике. Ты же все новое купил? Тогда, по идее, не должно ничего вылетать. Ну, такая логика. Стресс-тестами прогони. Мем-тест, AID64. Тебя он вырубается полностью, либо нет? Тебя он вырубается, синий экран, или как? BIOS обновить попробуй тоже. А у вас будет возможность показать потребление данной сборки. Ты имеешь в виду этот? С розетки, что ли, или сколько? БП здесь хватает. Ну, в моей сборке БП хватает, в твоей сборке этот. Если на рабочий стол, это не блок питания, это программная какая-то проблема.
Может, все, игрушка, другую игрушку попробуй запусти. Да мне так неудобно будет. Типа, это надо стресс-тест запускать. Это через 40 минут. Это, типа, очень много времени займет, дружище. У меня есть эта хренотень, которую говоришь, потребление. Ну, закиду, короче, 200 рублей и покажу, если интересно. Просто это надо сейчас установить, прайм какой-то, что-нибудь этот. Переноску сюда кинуть, эту штуку принести. Это, короче, долго прям. Если прям тебя интересует, ну, потребление, ты оставаться здесь будет максимум. ОС обязательно не покупать. Может, у тебя, да, с виндой что-то, ты как качал неправильно. Как мне там вообще видно, нормально, нет? Сейчас на телефоне посмотрю. Ребят, также подписывайтесь на канал. И ставьте, соответственно, лайки. То есть 700 ватт будет с головой для этой сборки. Ну, тут 650 у нас блок питания. 650 стоит, это с большой головой, да. Плюс берем 20% производительности. Ой, 20% запас я беру постоянно на блоке питания. Ну, если интересно, ребят, можем заморочиться. Я сейчас запущу стресс-тест, типа. Накатим виду, сейчас запустим стресс-тест. Ну, только это, надо как-то смотивировать меня. Видюха у нас тут 150 кушает. Рост будет 100 кушать, типа 200. И остальные там, получается, 100 ватт еще разделите, типа, на все-все-все. Это с головой, с головой. Это в стресс-тесте. Вопросики, ребят, чат пишем, вопросики пишем, пока сейчас сижу, как бы с вами болтаю. Вопросики, чат пишем, смотрим, сколько у нас подписчиков на канале уже. Добьем 400, нет? Ребят, 5 человек осталось, видно вам, не видно? 5 человек осталось, вот. Давайте, 5 человек, подпишитесь, пожалуйста, чтобы 400 добили. Ну, 5 человек, ребят, кто смотрит без подписки, подпишитесь, пожалуйста, 5 человек осталось. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, будто мне сейчас 8 лет. Давай со мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чух-чух. Ну, снеси проще, дружище, проще снести тебя. Раз, два, три. Видюху лучше двумя PCI подключать или одним разветвителем 4:8. Александр, ты какие-то вопросы странные задаешь? У тебя что там за сборка? Ты имеешь в виду блока питания или что? Разными косами будет лучше. На веку привет. Ну, чем разными косами лучше, чем одной. Если у тебя есть две косы, тогда двумя получается. Если нету, то одной. Что-то даже к 2 герца не подключается. Ребят, давайте. 5 человек осталось для 4100. Ребят, давайте. У нас же цель 5000 до Нового года сделать. Ребят, вы что? До Нового годика хочу 5000, ребят. А вы мне должны помочь с этим. Подписываемся на канал, осталось 5 человечек. И завтра у нас будет розыгрыш. Под какую сборку тебе новику блок питания посоветовать? Напиши, типа, что у тебя будет процессор, материнская плата и видеокарта, тебе скажу.
Зачем в RTX 3070 помимо 8 пин питания есть еще 3 пин питания? Дружище, ты путаешь, короче. Ты путаешь 6 пин плюс 2 пин. Это 8 называется. Пин это получается один разъемчик пин, который по стандартный вход вставляется. Есть 6, есть 8. Карты попроще, там 6. Такие вот, как у меня сейчас, 360-я карточка, там 8 пин. Типа 6 плюс 1 еще. Ну, 6 плюс 2 получается. И в один слот вставляешь. Если ты имеешь в виду, что 3 раздельных 8 пин, типа, то это чтобы развести питание по цепи. Блин, опять ошибся, что ли? Привет, ты Windows скачал с официального сайта? Да. А, ты имеешь в виду про кнопочку, которая вот у тебя слева, там три пина под RGB подсветку, что ли? Три пина такие маленькие, как маленькие иголочки такие, да? Небольшие, крупные которые. Это чтобы синхронизировать подсветку видеокарты. Ты бы написал, что у тебя там Game Rock или Jetstream какая-то, чтобы я понимал, про что. Подключаешь, получается, левым пином, там, где стрелочка у тебя стоит. Подключаешь, аккуратненько проводишь провод и подключаешь материнскую плату в этот, в RGB разъемчик. И получается, заходишь потом в программу Thunders Master и нажимаешь кнопку синхронизировать. У тебя получается подсветка с кулеров на материнской плате со всех кулеров, которые есть, синхронизируется вместе с видеокартой. Грубо говоря, чтобы не в двух программах на сайте, а в одной типа поставил, типа у тебя все будет сразу красное. Либо фиолетовое там, ну ты понял, да? Сказал бы сразу, Game Rock у тебя и это, подсветка, я тебе сказал бы. Вчера вот мы собирали, типа, завчера собирали, типа. Ребятульки, давайте, подписывайтесь на канал. 5 человек осталось, ребят. 5 человек осталось. Вы что? Вообще никто не хочет подписываться на канал? Андрей, если ты на стриме, ты мне не звони, ты мне напиши сообщение, что я Андрей, хочу этот компьютер, и все. Флешка для винды, да, обычная флешка, не знаю, на сколько здесь, на 4, наверное. Так, флешки, знаете, сколько я вижу лет? А, нет, вот, вот у меня большая, на 8, наверное. На 8 это вот у меня, вот это у меня под винду. Да сейчас же флешки дешевые, ребята, сейчас флешки там за 300 рублей можно купить на 16, типа. Спасибо, Александр, тебе за лайкосик. Вопрос, ребят, по броне на телефон не в курсе, ребят. Короче, у меня, короче, проблема с телефоном. Каждый месяц у меня это стекло, короче, разбивается. Вот сегодня аккуратненько вот так вот, получается, упал телефон, и уже две трещины пошло на стекле. Не на телефоне, а именно на стекле защитном. Да это мне подарили, эта флешка, это ничего тут, собственно, нету. По поводу вот этих гелевых бронь, типа, заказал на Алиэкспресс, типа, вот эту броню, типа, что лучше она, не лучше, типа, хрень это, не хрень. Потому что я задолбался, каждый месяц я, типа, каждый месяц новое стекло себе клею. Оно стоит 80 рублей, я на Али заказываю каждый месяц. Может купить где-то нормальное что-то? Мне прямо тоже напрягает. По поводу вот этих защиты, короче, меня прям напрягает вот это вот. Немножечко там, немножко дернул, все, уже у тебя, типа, две трещины на ней. Привет, у меня провод iPad на 6K, будет ли ботл тянет или вставит из 60. Не понял вопрос, дружище. Задай нормально, без ошибок, что-то не пойму. Типа будет у тебя 360 работать нормально? Ну, будет, да, будет. Провод 1600, видюха 30 Ti, материнка ATX, 90D, какой... Z590? Не путаешь ничего, дружище? Ты что-то неправильно подбираешь. Привет всем, у меня на телефоне полиэтановая пленка. Уже год держится, вещь. Очень крепкая вещь. Вот я заказал, короче, типа гидрогелевая пленка. Это то же самое, нет? Бульдозер, то же самое, это гидрогелевая пленка. Вот я заказал, типа, на Алиэкспресс. Ну, что это стоит, типа, 200 рублей, что-то такое, типа, там написано 4 штуки, типа. Это другое.
А ты где заказывал бульдозер? Где покупал? Может, я тоже закажу там? Есть там на Samsung и нету? Или там только на iPhone всякие? У меня вот это стекло, типа, защитное. Я вот немножечко этот. Напиши мне ВКонтакте, дружище, пожалуйста. Напиши вот, типа, ссылку или что-нибудь, типа, такое. И все, винду накатили, ребят, все у нас хорошо, короче. Сейчас, короче, аитку установим и будем этот. И покажу вам, что у нас BIOS перепрошился. Ну, вы видели там, что BIOS перепрошился уже. Как думаешь, брать у тебя карты с AliExpress? Думаю, нет. А ты там уже думай сам. Есть ли смысл брать DDR5, память, Патриот, Веномы, 2 по 8, 5, 600, сетилинги? Цена вроде норм. Или брать Renegade Black Ops? Ну, Веномы получше будут. Они гонятся до 6200 там. CL36 можно поставить. В NVIDIA вырезают роботом. Ну, короче, в разных магазинах роботом вырезают, да? Выбирают лекала из 10 тысяч телефонов на выбор. А сколько стоит бульдозер, напиши. Я все-таки решил за 3070 Ti буду брать, только вот проблема с магазином. Цены просто кошмары. На Озоне 43. Посоветуешь ли там брать? На Озоне не рекомендую брать. Могут ли опрокинуть там? Могут. Или может посоветуешь, где купить? Пиши в турбописете, я подскажу, где купить. Я через меня можно купить. Подскажи, пожалуйста, какой SSD M2 взять, Kingston NV2000, либо Netac. Ну, NV2, естественно, будет получше, но я бы брал NV5000, он подешевле. Дружище, Дарвин, я тебе на такой вопрос отвечать не буду. В интернете. Прикол в том, что 2 по 8 никто не рекомендует брать из-за того, что там банок меньше. 2 по 16 бери. Что-то мне такое чувство, надо немножко еще кулера сбавить оборота. Ничего не будет. Неделю назад первый раз собрал ком, все норм, только из всех игр выкидывает. Ну, печалька, печалька, дружище. Печалька. Пиши в группу ВКонтакте, вот ссылка есть. Пиши, я хочу, чтобы ты подобрал мне видеокарту, и мы отправим тебе видеокарту. Ты с какого города напиши? Будет дешевле, чем ДНС, всяких гарантий официально. Я вчера видел 180 М2 на 1 терабайт. Ну, надо брать 980 Pro. 980 неинтересно, 980 Pro. 1000 рублей, ни хрена себе 1000 рублей. Я за 70 рублей заказываю стекло. А если я не из России, с какого сайта можно безопасно заказывать с Амазона? Ну, я с Амазона не заказываю, потому не могу ничего сказать. С Амазона, ребят, не знаю, ребят, ничего. Не заказывал с Амазона. Я только официально дистрибьютора беру в России. Гарантии по России, Ростест. Я не беру там с Алиэкспресса всяких ваших. Для себя бы, может, взял бы, для клиентов точно нет прям. Я на рулетку твою жизнь поставлю.
Кстати, взял я все такие 360. Спасибо большое за помощь в выборе. Да без проблем, дружище, обращаюсь. Что мне кажется, кулера разрываются здесь прям. Потише надо сделать. 800 тысяч, помпа 1000, надо немножко подкрутить. Подкрутить немножко в биосе надо. Не знаю, надо смотреть, 3080 была по 60, сейчас не знаю почем. У меня ПК, если напишешь восклицательный знак и ПК, там высветится мои ПК. Немножко надо прикрутить это кулера. 3200 у нас стало, не стало. А, у нас, короче, все сбросилось. Надо... Оно, короче, ничего не сделалось. Надо сейчас этот... Зайти в BIOS. Не сохранилось ничего, скорее всего. Сейчас надо зайти еще раз настроить. Я думаю, что они так на всю включены, типа... Брал 260 на Алике, БУ после майнинга, карта живая, потекла, одна термопокладка. Ну, повезло тебе, дружище. А, ну если у тебя PCI 3.0, мать, тогда да, тогда нет. Мишаня, привет. Мишаня, лайк поставь, давай. Тут вообще надо выкрыть, ладно, ждем, короче. Вопросики в чат, ребят, пишите, сейчас приду. Напишите, сколько у нас в этот стрим идет, короче, в этом. В минутах. Напишите, сколько стрим в минутах, ребят. 3080 Extreme Holo. Ну, вот у меня же была сборка недавно. Extreme Holo. Два дня назад, ты что, не видел? Или 4 дня назад была. Ну, хорошая карта, типа. Ну, разница с, типа, Extreme Holo, типа, там в цене была побольше, а гейминг... Гейминг Про мы взяли. Там разница типа 7, что-то там 7 градусов по чипу. По памяти, по горячей точке там 5 градусов, типа. Нормальная карта, жирная карта, питание распределено, типа по компонентной базе лучше, конечно, будет, чем геймроки всякие. Лучше, чем Вулкан? Не знаю. Наверное, не лучше, чем Вулкан. Лучше на чем FTV 3? Наверное, тоже нет. Вот там море, ребят. Анапского моря вам. Для 2К 3070 это минимум. Что у нас обновляется еще, да? 74%, тогда может драйвера еще скачаем. В BIOS надо в BIOS зайти, что-то не применились настройки, ребят. Может, я не сохранил там, конечно, нажал не ту кнопку. Балбес. Пока скачаем драйвера на этот. Ну, смотря где ты ее покупаешь, дружище, еще. И почем ты покупаешь Extreme Holo.
Карта неплохая, лучше, чем всякие там Gaming Pro, типа, чем Game Rocket, типа, это, ну, вопросов нету. Если по хорошей цене, то вообще приятно. В связке с 360, вот такой блок питания, который у меня в сборке, это бюджетный вариант. Либо берешь ПКЮшку 650, либо XPG Pylon 650 бронзовый берешь. Ребята, напишите, сколько стрим в минутах идет, напишите. А то у меня монитор отключен. Надо этот. В минутах сколько стрим идет. И давайте, ребят, подписываемся на канал. Осталось 5 человек до 400. 4100 подписчиков. Вы что, ребят, 5 человек не подпишитесь или что? Пять человек, ребят, осталось. Вы что? Ну, 4 уже, 4 человека. Давайте, 4 человека, подпишитесь. Все, перезапускаем, короче. Потом докачаю драйвера. Нет, отписаться не нужно, нет. Напиши восклицательный знак ПК и этот. И как его, блин? Я не из Анапы. Из Анапы у нас Оля. Я из этого. Из Москвы. Не, было бы прикольно, если бы еще подписалось бы 4 человека, было бы 4100. Было бы прикольно, ребят, конечно. Скорее всего, уже стрим затянулся, да? Ну, HyperX прикольная оперативка. Ну, дорого стоит. Если альтернативы подешевле есть, дружище. Винду, возможно, 10 избавиться от лишнего. Можно. Можно. Ну, там и так лишнего не особо много есть. Потом, если ты лишнее удаляешь, то у тебя половина не работает нормального ничего. Там 3600 и тайминги 17. Ну, лучше бы тайминги, короче, этот, были пониже. Ну, в принципе, нормально. Ну, не знаю. TikTok пусть будет, типа. Я лишнего не сношу. Я ну, лицензию ставлю, нормально все. Ну, предустанавливаю, получается. Дорого стоит G-Skill, особенности с низкими таймингами. Ну, балики, они же там сейчас рефабы, короче, бывают, попадаются. Балики у нас в России не купишь по гарантии, только с Китая заказывать. Ну, неплохая память. Так, XMP-шку поставили. Да, не применилось ничего. Наверное, не сохранил, короче, тупанул. Я на свою рулетку жизнь спас. Чё, это я всё что делал, получается, зря? Я думаю, чё они на всё крутятся? Сколько я ставил тут? 5-4, да? Здесь 75. 7,2 было, 7,4 поставим.
Ну так, типа, да? Да, нормально, нормально. Какую недорогую мать взять по 12700? MSI Z690 A Pro. Не будет выключаться? Ну что, показалось или не показалось? Вроде нормально все. Так, F10. Yes. Ахаха, лол. Лол, кек, чебурек. Биквай Пьюр 500 DX корпус. Да, давным-давно их и собирал кучу раз в этот корпус, как бы. Нормальный корпус, ничего такого нет. Ну, крутой корпус, как бы. Дорого стоит, как бы. Все, у нас 3200, 16, 20, 20, 40. Привет, MSI 610G, есть XMP? Да, есть. Как относишься к Бригману? Многие считают, что он скатился. Ну, человек как бизнес, он деньги зарабатывает, типа. Как отношусь? Ну, молодец, что, деньги зарабатывает, что тут плохого? У него есть там, грубо говоря, студия, много записывает, много подписчиков, типа. Он на рекламу зарабатывает, и сейчас у него еще компы они собирают, типа. Ну, деньги зарабатывает человек. И сборка у него стоит, например, если сравнить, у меня сборка 190, то у него она будет стоить 120, типа. Ну, ты берешь то же самое, только за 120 тысяч. Потому что у человека, ну, 2 миллиона подписчиков, или сколько, миллион подписчиков. А у меня 4 тысячи, типа. Они за работу берут десятку, 12, я беру за работу 4 тысячи. Почему? Если человек может зарабатывать деньги. Круто, молодец. Ну, в общем, такая у нас, ребят, этот. Оперативочка. Ну, тут еще потом уменьшится немножечко латентность. Латенция. Открыть по завершению. Сейчас поставлю устанавливать этот, и все. Ребят, вопросики, чат лосетки задаем, и все, получается, будем уже этот стрим заканчивать. Уже куча времени, как бы, все рассказал, кому, кого интересует, все же рассказал, что можно рассказать. А тебя сколько стоит сборка? От 3500. Вот только изначально он сказал, что у него супер выгодно собирать КМП. Ну, по сравнению с ДНСом, у меня выгоднее тоже собирать. Ахиллес. Завтра можно будет скинуть деньги? Да, завтра можно будет. Спасибо тебе за подписку, Алекс. Завтра у нас, ребят, розыгрыш. Завтра готовьтесь вечером, часов 7, 8, 9 будет розыгрыш. Как бы розыгрыш будет анонс в этом ВКонтакте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, либо Телеграм, там приходит оповещение. Сейчас уже участвуют люди. От 10 человек, как бы набираем 10 человек и сразу, короче, разыгрываем. Стрим будет недолгий. Будем разговорный стрим, получается. Разговорный стрим будет, получается, недолгий у нас. Часик-два. Ну, если друг у тебя собирает за шаурму, если бы ты был бы моим другом, я бы тебе бесплатно собрал бы, без шаурмы. А если ты, ну, не мой друг, говоря, мой там подписчик, я же тоже, ребят, как бы денежку с этого заработаю. Смысл мне этих всех мероприятий? Бесплатно, надо, чтобы каждая работа оценивалась. Иначе это будет, ну, бессмысленная трата времени. Не будет никакой мотивации. Если бы ты был бы моим другом, я бы тебе бесплатно собрал бы, даже не со шоуруму. Так понимаю, вопросиков больше нету, ребятульки, да? Ну да, да, я же говорю. Типа, если бы ты был бы моим другом, я тоже тебе собрал бы бесплатно. Ладно, ребятульки, подписывайтесь на канал, ставьте, соответственно, лайки.
Дальше больше. У нас 4100 подписчиков. Завтра розыгрыш, ребят. Розыгрыш платный. 150 рублей участие в розыгрыше. Группу ВКонтакте скидываю ссылку. Че, где писать? ВК. Вот там, типа, есть всякие последние записи закрепленные. Там смотрите, соответственно. Также подписывайтесь на Телеграм, там ВКонтакте, где угодно подписывайтесь. Вопросы задавайте, пишите. Все, ребята, всем добра и позитива, получается. Давайте, всем пока.